Здравствуйте, уважаемые любители белорусского хоккея. Вы на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». Как вы знаете, раз вы включили сегодняшнюю трансляцию, что сегодня состоится главный, не побоюсь этого слова, главнейший поединок пари матча экстралиги сезона 21-22. И со мной сегодня в студии мой коллега Тимофей Иванчиков. Тимофей, здравствуй. Привет, поделись большими своими впечатлениями, как ты шел сегодня на арену и какое большое количество зрителей ты сегодня увидел на подступах к этой красивой арене. Да, действительно, для экстралиги такое количество зрителей, ну, это просто очень большая редкость. Очень много болельщиков было уже там на подъезде к арене, даже из остановки, когда уже выходишь из автобуса, очень много зрителей. Ну и приятно видеть, что такое количество болельщиков придет сегодня на арену, и я надеюсь, мы увидим очень крутое шоу. Вот для тебя, как опытного эксперта и человека, который болеет и следит за нашим хоккеем, насколько важно, что для тебя значит находиться сегодня здесь и лицезреть такое незабываемое шоу, которое сегодня состоится на льду? Я думаю, что для любого хоккейного человека очень важно находиться здесь в главной игре сезона. Все мы, не только команды, но и болельщики, и эксперты, журналисты, все шли к этому матчу. И вот мы здесь, и я считаю, это здорово. Да, седьмой матч серии лучше быть и не может. ЮНЕС Минск принимает Металлург на Минск-арене, да, как бы скажем, нейтральной арене для обеих команд. И вот мы видим, раздевалки уже максимально были подготовлены к приходу команд. Сейчас мы видим раздевалку Жлобинского Металлурга. И вот уже ребята на подступах к арене, все веселые. Понятное дело, что всех одолевает небольшое волнение, Тимофей, но, тем не менее, на первый взгляд, у ребят очень предвкушающий, да, вечерние битвы. Ну да, конечно, очень много молодых игроков у нас, но я думаю, что они не так сильно тушуются. Они все-таки ждут игры и именно с интересом, а не с какой-то боязнью. Нам здесь и разминку показывают. Но, в принципе, глядя в составы перед матчем, мы видели, что практически все сильные игроки здесь, поэтому, ну, всех сильнейших мы увидим. Да, видели на подступах к арене Дмитрия Кравченко, главного тренера «Металлурга». Так вот, он не раз говорил о том, как он любит седьмые матчи, и команда ему этот седьмой матч, так скажем, подарила, да, сравняла счет серии. Болельщики «Металлурга» отблагодарили свою команду и прислали сюда аж 17 автобусов с болельщиками. Это сумасшедший факт, и я сам видел, как колонна автобуса приближалась к арене. Это было просто сокрушающе эффектно. Так что сегодня, помимо того, что будут активно болеть за ЮНЕС Минск, также мы увидим значительную и внушительную торсиду от хоккейного клуба ЮНЕС Минск. Ну да, этого, в принципе, можно было ожидать, учитывая то, как мы видели, как болели болельщики Жлобинского «Металлурга» в предыдущих матчах, какая торсида приезжала на Чижовку, поэтому чего-то такого можно было ожидать и на сегодняшнем матче. Да, действительно, у меня есть небольшая подсказка, чтобы подогнать интерес наших зрителей, опять же, рассказать о том, насколько этот матч сегодня уникальный и важный, если говорить о популярности белорусского хоккея и вообще развитии белорусского чемпионата, то, наверное, если посмотреть на график, то это геометрическая прогрессия определенно движется вверх, и вот тому подтверждение. Это несколько фактов, которые подобрал мой коллега Владислав Кузенков. А первое, что это второй матч в истории экстралиги, который будет сыгран на Минск-арене. Насколько это важно? Ну, я думаю, это важно с той точки зрения, что это главная арена. И это, безусловно, откладывается в память у болельщиков. Здесь очень крутой хоккей, здесь был чемпионат мира, здесь играет Минская «Динамо» в КХЛ. И этот матч, возможно, по уровню будет близок к чему-то такому. Да, действительно, в первом матче здесь тоже был собран аншлаг. И много болельщиков болело за свои команды. Тогда как раз-таки ЮНЕС Минск одержала победу над хоккейным клубом «Шахтер Солигорск». И вот здесь сегодня 22-й год, и ЮНЕС Минск снова попытается отстоять свой титул, так как они действующие чемпионы. Ну и опять же, Минск-арена, мы понимаем, что Минская «Динамо» играет на площадке канадского размера. Насколько это может повлиять на результат? Я думаю, что это серьезная трудность может быть для игроков, потому что они привыкли играть на европейке, на финке в белорусском чемпионате, а здесь надо будет как-то менять свою игру, чуть привыкать. Да, у них были утренние раскатки, но я думаю, что в первом периоде мы все равно увидим, как команды будут чуть-чуть приспосабливаться. Да, действительно, и опять же подметим, что ЮНЕС имеет 3 титула подряд в своем активе. И понятное дело, что где-то опыт больше на их стороне. И, как правило, всегда в седьмых матчах они выигрывали, неизменно одерживали верх. Как думаешь, сегодня этот опыт поможет им чувствовать себя чуть более увереннее и скорее справиться с этим предстартовым волнением? Я думаю, что, безусловно, этот опыт – это большой плюс, но мы понимаем, против кого играет Минская ЮНЕС. Здесь молодежь Жлобинского «Металлурга» и ее задор, ее азарт, я думаю, что он может даже перекрыть этот опыт. Ну, посмотрим.
конечно, стоит дать должное Слобинскому «Металлургу» и тому сезону, который они провели. Провели они его незабываемо, привлекли большое количество фанатов на свои трибуны, собирают регулярно аншлаги на домашней арене. Но, тем не менее, «Юность» — это тоже такой уже сформированный бренд, согласись, который год за годом показывает высокий класс, несмотря на какие-то трудности, там, да, перипетии. Тем не менее, команда всегда находится вверху, и, по-моему, это уже для них 11-й финал, если не изменять. Девятый финал, да, подряд. И, так, 11-е чемпионство, может быть, у них сегодня, если они сегодня одержат победу. Так что это тоже очень интересный момент. И впервые в истории, что тоже подвечу для наших зрителей YouTube-канала «Хоккей Беларуси», что если сегодня «Юность» одержит победу на Минской арене, то это будет для них 4-й кубок к ряду, и это тоже будет впервые в истории. Ну, не круто ли? Но это говорит прежде всего о выстроенности системы, да, о самой команде, о фарме, о детской юношеской школе. Мы видим, что и молодые есть игроки в составе «Юности», и они тоже помогают своей команде выигрывать. Да, и что самое примечательное, как правило, любая финальная серия, как бы там ни было, всегда складывается несколько сухо. Команды играют сугубо тактический хоккей, да, стараются лишний раз не обрезаться, не проваливаться, да, чтобы любая ошибка не была роковой для их дружины. Но, тем не менее, мы увидели, что в этом этот финал не похож на все. Он вообще по-своему уникальный. Здесь мы видим рекорд по заброшенным шайбам. Все-таки это тоже, наверное, определяющий факт зрелищности. И еще раз добавляет мотивации нашим зрителям, всем белорусским любителям хоккея примкнуть либо к телеэкранам, либо прийти на арену и поболеть за красивую игру. Даже если ты не являешься нейтральным болельщиком. Да, конечно, такое большое количество шайб привлекает болельщиков. Ну и плюс, я думаю, что здесь заслуга «Металлурга», что слобичанам удалось раскачать «Юность» и заставить ее тоже играть в эту перестрелку. Да, действительно, 38 шайб, мы видим подсказку, на нашем экране было заброшено за 6 матчей. И думаю, что это далеко не предел. И этот рекорд, мне кажется, сегодня будет еще значительно укреплен. Либо ты хочешь парировать мое мнение и думаю, что сегодня будет мало шайб. Ну, не знаю. С одной стороны, конечно, это 7-я игра. Она очень важна. Но с другой, мы понимаем, как развивалась серия. И все идет к тому, что сегодня мы можем также видеть очень результативный матч. Да, давайте посмотрим на стартовый состав. Мне коллега подсказывает, что есть комментарии тренеров перед матчами. Давайте послушаем наших коллег. На Чижовке лучше. Ну, дома всегда лучше. Ну, да, Минская арена классная. Классная арена. Поиграем. А о каком тренировочном процессе вы говорите? У нас игры через день. Утренняя раскатка. Ну, утреннюю раскатку сейчас проведем, посмотрим. Подстроимся под площадку. Ну, я думаю, мы это вечером увидим. Какой может быть 7-й матч финала? Я думаю, напряженный. Ну, атмосфера великолепная. Она, в принципе, не первый раз здесь, и поэтому спортсменам адаптироваться ко льду, к площадке, потому что будем, наверное, первый раз играть на маленькой площадке. Ну, в принципе, так, все нормально. А у нас как бы рассчитано, ну, по крайней мере, наша игра, что может и верю в то, что она может сработать и на маленькой площадке. Эмоции, хорошо. Будут хорошие эмоции, будет хорошая игра, отсюда будет отличный результат. Спасибо большое нашим тренерам за то, что уделили им время на предматчевой раскатке и пообщались с нашими журналистами, обсудили сегодняшний матч. И думаю, что для них это тоже по-своему волнительный момент, хотя и оба по-своему очень опытные. И Евгений Соулов, и Дмитрий Кравченко, который уже поднимал кубок на своей головой, так же, как и Евгений Соулов. Но, тем не менее, все равно, согласись, каждый финал – это как новая история. Ну да, безусловно, они профессионалы, и здесь, наверное, играет роль больше не то, что они несколько финалов до этого играли, а то, что они очень долго и целый сезон шли к этой 7-й игре. Я думаю, что этот фактор, наверное, будет перевешивать. Да, действительно, поэтому желаем им удачи. Надеемся, что на тренерской лавке они сегодня будут не столь волнительны, а будут максимально сосредоточены на игре. И, конечно же, давайте посмотрим стартовые составы и узнаем, кто же сегодня представит свои команды на льду и отдаст все силы для того, чтобы одержать победу и завоевать заветный трофей. Итак, состав хоккейного клуба «Юность» Минск в воротах. Леонид Фомин. Пара защитников, капитан команды Андрей Антонов и самый опытный игрок своей команды, который уже имеет в своем активе 5 кубков. Его напарник Вадим Щечин. В нападении Андрей Павленко, Александр Китаров, который имеет также 4 кубка в своем активе, и Егор Гайнединов. Второе звено. Роман Достанко, Дмитрий Возовик в защите. В нападении Всеволод Кашкар, Сергей Дрозд и Герман Пироговский.
третья пятерка игроков. В защите Алексей Виноградов, Владислав Барковский. Он также вернулся в состав. В нападении Александр Павлович, Владимир Роба и Иван Фищенко. И замыкающая тройка игроков. Опытнейший Кирилл Брикун, который также сегодня отдаст много сил для того, чтобы его команда одержала викторию. И по краям у него Валентин Демченко и Александр Пальчик. Два быстроруких, быстроногих нападающих, которые тоже сегодня сделают много полезного для своей дружины. Состав хоккейного клуба «Жлобин Металлург» в воротах, ну, стандартно, неизменно, мы этому факту не удивлены. Александр Самойлов, пара защитников Даниил Мокрушев, Павел Купчихин, в нападении Артур Гаврус, Алексей Мусряков и Александр Тимирев. Один из лучших бомбардиров своей команды по ходу регулярного чемпионата и плей-офф. Вторая пятерка игроков. Артем Волченков, Владислав Гаврович. Нападение Александр Суворов, Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов. Видим воссоединение жлобинской тройки, которая сегодня задаст жару. Советую обратить на них внимание. Третья пятерка игроков. Олег Горошко, Вячеслав Громович. Нападение Захар Полищук, Дмитрий Войтяков и Евгений Соломонов. И замыкающая тройка. В центре Георгий Криштель. В краю Илья Шуринов, который часто очень полезен при игре в меньшинстве. И, конечно же, Егор Воронов, который тоже, пускай не только заметен, но тоже максимально полезен для своей дружины. Ну да, Воронов, он такой, может быть, менее заметен, но его главное преимущество, мы уже отмечали, это по ходу полуфинальной серии, это игра на пятаке. За счет этого он в основном забивает голы. Я думаю, что в такой игре он будет очень полезен своей команде. Опять же, скажем, что вернулся в состав Егор Воронов, про которого мы уже говорили. 13 матчей он имеет в этом плей-офф. И несмотря на то, что он нападающий более оборонительного плана, имеет 5 очков в своем активе, 2 важные шайбы он забросил. И также порой очень многие полезные действия завершал и при других заброшенных шайбах, где при этом не отмечался набранными очками. Также вернулся в состав Владислав Барковский, который отбывал одноматчевую дисквалификацию. Тоже рад его возвращению. Думаю, что сегодня его возвращение тоже придаст команде уверенности в оборонительных редутах. Знаем, что много долгое время он играл в паре с Андреем Антоновым. Сегодня тоже будет он на льду проводить, мне кажется, много времени. Причем, что он часто играет при игре в большинстве. Так что его роль тоже крайне велика для действующего чемпиона. Ну и, конечно же, еще один игрок, лидер команды прямо перед нами, Аслан Раисов в составе «Юность Минск». 15 матчей у него в сезоне. Пришел в команду по ходу регулярки и набрал 13 очков, 4 гола и 9 передач. Смотрим его шайбы. Также в матче плей-офф у него 16 и 11 очков в его активе, 7 голов и 4 передачи. Очень эффектная передача. Видим, как он уже реализовывал свои моменты в матче с «Металлургом». И вот здесь. Это уже Андрей Антонов. Видим, как он забрасывал свои шайбы. В плей-офф у него 17 поединков, 20 очков, 2 плюс 18. Но если не ошибаюсь, Антонов там стал лучшим ассистентом для юности в одном плей-офф в истории. Да, пока по очкам ему не удается обогнать Шафаренко. Ну и вот Леонид Фомин, голкипер, его шикарные сейвы. И вот во втором поединке, ну и в предыдущем тоже хватало спасения. Вот как раз-таки они на ваших экранах. Да, действительно, сумасшедший сейв и его вклад в команду. Вообще, то, как сегодня сложится матч, тоже будет максимально зависеть от Арея, в том числе и от Александра Самойлова, которого мы также видим на своих экранах. 46 матчей сегодня провел, подавляющее большинство игр было за его спиной. Коэффициент отраженных бросков 93,4, что тоже является очень хорошим показателем. 15 матчей плей-офф. Но давайте пока более подробно остановимся на Сергее Кузнецове, который является лучшим бомбардиром своей команды на стадии плей-офф. 19 матчей у него в ходе регулярки, 11 очков, 3 плюс 8. И также плей-офф у него 16 поединков. И тоже очень даже приличное количество набранных баллов. Артем Волченков, лучший защитник своей команды. 12 поединков плей-офф и 17 поединков плей-офф, 12 очков, 3 плюс 9. Ну, отмечает прогресс этого защитника по ходу всего сезона. В том числе Денис Гродь назвал его лучшим молодым игроком. Александр Самойлов, его статистика 15 игр плей-офф, 92,6% жёных бросков. Ну вот у нас еще один топовый вратарь. В принципе, можно назвать эту серию противостоянием вратарей. Очень круто. Радует Сергея Кузнецова. Думаю, что он был максимально сегодня полезен для своей команды. И опять же, удивился ли ты, что Дмитрий Кравченко решил снова воссоединить эту жлобинскую тройку одного года, которая играла с самого детства в одной команде и очень хорошо друг друга знают, очень хорошие сыгранности обладают. Насколько это сегодня может играть ключевую роль? Я думаю, что это решение Кравченко было вызвано именно вот этой причиной, что какие-то там подсознательные связи могут быть у парней. Ну и плюс они находятся просто в шикарной форме, набирают очки очень часто и практически каждый матч, поэтому я думаю, что они могут сегодня отличиться. Да, действительно, у нас еще есть пару аргументов по ходу статистики, поэтому нам тоже будут они всплывать
прямо под нами Виталий Пичук на данный момент является лучшим бомбардиром финальной серии. 7 очков в его активе, хотя понимаем, что на старте плей-офф где-то немножко Виталий буксовал, искал свою игру там после Минского Динамо, но сейчас он воспрял дух, он тянет свою команду, забивает вперед, забивает решающие шаги, Виталий Пичук в полном порядке. Ты со мной согласен? Да, приятно наблюдать, что он сам может генерировать голы, не просто завершать, но и создавать все опасные моменты. Также Сергей Кутесов и Алексей Мастерков спорят за звание лучшего бомбардира в истории Металлурга в рамках одного плей-офф, что тоже является очень интересным. Но я лично буду болеть больше за Сергея Кутесова, так как он местный воспитанник, и я думаю, что именно ему нужно писать имя в истории клуба. Ну а я тогда поставлю на Мастеркова по 17 очков. Я думаю, что сегодня мы узнаем победителя. Также Сергей Кутесов, Александр Раисов и Александр Суворов спорят за звание лучшего снайпера плей-офф. Ты представляешь, 7 шайб у каждого в активе, так что сегодня кто-то из них может вырваться вперед. Я думаю, что это, конечно, не будет главенствующей задачей. Главная все-таки задача – это одержать победу в матче, но, тем не менее, как персональный приз, думаю, что каждому из них будет приятно стать лучше. Ну, я думаю, безусловно, что после завершения плей-офф они уже подумают, но сейчас, наверное, главное – это победа. А вот Андрей Антонов, если отдаст две передачи, то может обойти Ярослава Чуприса в списке ассистентов в истории плей-офф. Да, действительно очень классно, поэтому ждем таких же рекордов от этих исполнителей. И, конечно же, ждем от Андрея Антонова, что если он сегодня наберет одно очко, а одно очко мы ждем уже несколько матчей, то он станет лучшим бомбардиром в истории в рамках одного плей-офф за всю историю существования чемпионата Беларуси. Это вообще феноменально, Андрей Антонов. Это просто уникальный хоккеист и непревзойденных таких аналогов. Мне кажется, среди защитников мы редко встречали в нашем чемпионате. Да, соглашусь с тобой, но вот еще один рекорд у него. Если наберет очко, то станет лучшим бомбардиром юности вообще в плей-офф. 55 баллов у него. И 300-й матч сегодня проводит Антонов. Поэтому, ну не знаю, здесь все звезды сходятся для Антонова, мне кажется. Поэтому коротенький еще одна пластка. Александр Китаров — это единственный, кто играл во всех седьмых матчах финальных. Это тоже вообще невероятно. Мы даже сегодня переживали, будет ли он сегодня стартом ставить. Вдруг что-то прервется, и эта серия прервется. И мы, конечно, очень расстроимся. Но, тем не менее, Саша Китаров составит. Саша Китаров гонит свою команду вперед. И желаем ему, конечно же, удачи. Ну и короткое ожидание от тебя перед матчем. Чего ждешь? Я жду, что в первом периоде мы 100% увидим голы. 1-2, неважно, но увидим. Дорогие друзья, желаем вам приятного просмотра. Будем передавать слово Тимофею Иванчикову и Данилу Дудко. Хорошего матча. На матче присутствует президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Да, привет еще раз всем друзьям на Минск-арене. Главный матч года, кульминация белорусского хоккейного сезона. Это все слова, которые можно подобрать к матчу юности Жлобинского Металлурга. Прекрасная атмосфера, которая сразу, видимо, заглушает наши комментарии. В студии много всего говорили, сколько локальных интриг, сколько подоплек. Просто скажем, что это второй финал на Минск-арене. И все матчи сейчас мы видим поединки Жлобинского Металлурга и Минской юности. Если быстро коснуться изменений, хотя они были в студии, тут опять же Евгений Саулов немного, наверное, перекрыл свой рост. Там нет Раисова и Седова, добавляется Кашкар и Барковский. Что касается Жлобинского Металлурга, то, соответственно, сегодня нет Кислого, зато появляется Воронов. Это, наверное, все, что хочется сказать перед матчем. Да, интересно будет посмотреть, как Жлобинский Металлург проявит себя без одного из лидеров. Наверное, да, можно называть Кислого лидером, потому что забрасывал он порядок. Там 4 шайбы, если не ошибаюсь,
он имел в своем активе после уже 6 поединков. Ну, посмотрим. Я думаю, что, ну, понятное дело, Дмитрий Кравченко имеет свои мотивы. И понимаем, что знает, что делает главный тренер. И, наверное, ему, у Воронов, в этом поединке нужнее, возможно, чем Кисло. Хотя, может быть, у Кислого какое-то повреждение, потому что, ну, он пока не распространялся. Дмитрий Кравченко, и особо у него не спрашивали об этом. Да, опять же, видим, что показывает нам Фомина и Самойлова. От этих ребят сегодня будет зависеть очень много. Тем более, что у Самойлова, у меня довольно высокий процент пораженных бросков, поэтому интересно, как сегодня они войдут в игру. И видим сразу графику, факты успеха Минской юности. По мнению Андрея Михайлова, это работа спецбригад, строгая игра в обороне и успешный опыт игры в сетевых матчах. В принципе, да, все, что говорили мы по ходу поединка со Жлобинским Металлургом для юности, это сейчас просто появляется на экране. Да, в принципе, здесь прибавить, наверное, нечего. Все как оно есть. Кубок президента на лавке экрана сейчас. За него борются команды. Стоит он там между лавками. Рядом с ним, понятное дело, два человека из роты почетного караула. Ну а пока вбрасывание у него ворот Самуэла. Китаров, нет, не выигрывает эту точку. Там после Мастрюкова Купчикинша его подобрал. Уже Металлург в атаку идет. Мокрушев, пас на партнера, бросок. Фомин на месте, шайба уходит у нас, да, в среднюю зону. Здесь уже контратака, Ганединов с Китаровым. Ганединов, пас на дальнюю, бросок мимо цели. И состав Минской юности сейчас на ваших экранах. Так, как раз графика появляется. Мы в студии уже тоже, в принципе, пробежались по столу. Можно освежить еще раз, какие изменения, кто в каких пятерках у минчан. Поэтому видим, что попытка форчекинга от Жлобинского Металлурга. Ну да, ты говорил уже тоже, в том числе в студии, что канадская площадка, поэтому где-то, наверное, будут привыкать команды к этому. Здесь вот такая длинная передача. Вот чужую синюю линию получилось. Герман Пироговский здесь у Минской юности. Вот такой заброс за ворота Самойлова. Но понимаем, что там Пироговскому под давлением кистов Металлурга довольно сложно. Ну, состав Металлурга был сейчас тоже на ваших экранах. Жлобинчане переходят в свою атаку. Заброс получается в зону Минской юности. Но здесь первым оказывается Возовик на этой шайбе. Хотя ему побороться придется. И отпускает он шайбу. Суворов, пас наверх. Будет ли бросок? Нет. Не дали Пинчуку завершить атаку выстрелом. Снова Суворов. Пас на синюю линию. Здесь передача наверх пойдет. Нет, наброс. Но Фомин спокойно шайбу забирает. Да, видимо, что зарабатывает сбрасывание Жлобинский Металлург. Почти 2 минуты команды отыграли в этом первом периоде. Ну и вот видим сейчас скамейку Минской юности Евгений Саулов. Понятно, что... Да, и сейчас скамейка Металлурга как раз фактор успеха жлобинчан. Тоже Андрей Михайлов здесь 3 пункта выделил. Это игра Самойлова, это атакующий хоккей всей пятеркой. И, соответственно, опыт игры молодежи на малой площадке. Да, понятно, что это о Суворове, Пинчуке и Кузнецове речь идет. Ребята начинали сезон в Минском Динамо. Понятно, что Пинчук и Суворов чуть больше отыграли, но, тем не менее, хороший опыт он здесь. И можно сказать, что в какой-то степени тоже домашняя арена для этих хоккеистов. Да, ну а пока Полищук там борется за шайбу с Барковским. Барковский выигрывает эту борьбу и пытается выбросить. Не получается. Горошка на синей линии хорош, но дальше уже поддержки партнеров не было, поэтому приходится откатываться в оборону. Горошка первый на шайбе. Здесь в обратную сторону своему ходу он отдает ее. Войтиков на Полищука, и тот выводит шайбу из зоны. Неплохо сыграно, и тут же отправляется на смену сейчас вся пятерка практически Жлобинского Металлурга. Щечин диагонально партнера, но подставлена клюшка, и шайба вылетает у нас на трибуны. Да, на трибунах, где много болельщиков, но стоит отдельно отметить, наверное, фан-сектора из Жлобина. Все-таки понедельник, не самое удобное время, чтобы доехать до Минска, но при этом они полностью заполнились у гостевой сектор, плюс расположились немного правее, поэтому сложно сосчитать количество, но когда подъезжал к арене, очень большое количество автобусов было как раз с болельщиками Металлурга. Здесь еще один заброс за ворота Самойлова. Видим, что включается Демченко, но просто Купчихин от этой шайбы его оттесняет. Да, пока остается Юнес с владением здесь в зоне соперника. Пальчик борется, против него Кришталь. Антонов закрыл зону. Здорово, передача на Пальчика. Неплохой обыгрыш. Пальчик уходит уже за лицевую линию. Пас делает на Демченко, но пока вот до броска дело не дается довести. Вот теперь выстрел. Блокируется там, похоже, что Пальчиком, потому что в него шайба попала. А Мокрушев здесь пара разворотов и выбрасывает шайбу в среднюю зону. Шурин, хороший. Здесь он подбирает шайбу. Ну да, надо успокоить игру. Так успокоил игру Шурина, что шайбу потерял. Пас на пятачок у игрока юности не прошел. Брикун это был. Поэтому придется в оборону возвращаться. Да, и здесь еще и меняется Жлобинский Металлург. Наконец-то появляется здесь на льду Волченков. И укатывает уже Шуринов на скамейку.
пытается что-то найти Волченков. Ну и вот по итогу вот такая передача по треку. Но вот не замечает шайбу Мострюков. Благо здесь Павленко не сумел войти в зону, поскольку Гайнетдинов еще из нее не выкатил. А так, на самом деле, такие моменты, конечно, нужно минимизировать Металлургу, потому что в финале, я думаю, такие ошибки они прощаться не будут. Павленко! Вот здесь вот такой хит. Здесь Габрусе достается, но понимаем, что поднимается защитник Металлурга, Виноградов. И на самом деле довольно высокая плотность в средней зоне, поэтому там много борьбы как раз в центре площадки мы сейчас видим, но шайба под контролем Минской Юности. Да, Барковский здесь из-за своих ворот стартует, обрезал он воротами Кузнецова и неплохо с движением пересекает красную линию, заброс поверху, и нет, не успевает Джим Барковский, здесь опасно так влетел в борт, но все в порядке с восьмым номером, а ту игру он пропустил, это был прошлый матч. Сегодня возвращается назад, но вот что интересно, он не в паре с Антоновым. Посмотрим, как проявит себя в связке с Виноградовым. Третья пара защитников от Минской Юности. Бросок по воротам по Вина, мимо Суворов первый на шайбе. Здесь пытается найти момент для себя бросок, и есть Фомин шайбу забирает. Да, помню, что как раз Суворов, который вот сейчас бросал, он один из главных хедлайнеров в прошлом матче был. То есть Суворов реально насолил Минской Юности и Фомину. И во многом, наверное, за счет игры 55-го номера серия приехала на Минск-арену. Ну и вот Евгений Саулов, как всегда, традиционное мероприятие у нас. Статистика Исаулова, то есть он чемпион Беларуси, как тренер, 4 раза как игрок и дважды обладатель Кубка Беларуси как игрок. Ну да, здесь у нас Исаулов имеет возможность, чтобы добраться до еще одного кубка. Я думаю, что, учитывая его титулованность, он по-прежнему голоден, по-прежнему хочет побеждать. Безусловно, здесь пока Павлович чуть-чуть ломается и не дается ему шайбу сохранить под своим контролем. Соломона, бросок, Фомин выручает. Первый, правда, мог шип на шайбе, и передача тут же дает на партнера. Это Полищук борется у борта. Там Антонов сильнее, Купчихин. Нет, не выходит шайба, уже Соломонов на синей линии хорош. Снова Купчихин, наброс, Фомин. Шайба уходит за ворот. Здесь не очень уверен, так ловушкой сыграл Фомин. Но благо для команды, что шайба в ворота не нырнула. А вот я не помню, это, наверное, четвертая игра была, когда там залетела шайба в ворота после касания ловушки Фомина. Вот здесь пронесло. Да, на самом деле очень хорошая смена получилась у Жлобинского Металлурга. И вот как раз Дмитрий Кравченко говорил, что голоден до победы Исаулов. То же самое можем сказать о коуче Жлобинского Металлурга. Чемпион Беларуси как тренер тоже однократный, но у Кравченко есть КХЛ-овский опыт. То есть он в качестве тренера 2 сезона провел, поэтому я думаю, что это тоже плюс, тем более на Минск-арене. Поэтому посмотрим, что здесь играет роль, потому что малейшая деталь, наверное, одну из команд приведет к чемпионству. Фищенко через борт так играет на Павловича, но здесь Волченков очень здорово ногами дорабатывает. И вот первая потасовка в матче, там достается Павловичу, но я так понимаю, что без санкции арбитра, поэтому продолжим в привычном глазу формате 5 на 5, но я думаю, что потихоньку вот эмоции, они все-таки будут разруливаться, и градус игры будет увеличиваться. Ну, конечно, безусловно, так и есть, но здесь силовой прием. Волчуков поставил корпус Павловичу, хотя был там проброс, был этим недоволен, и быстро опытнейшего форварда на лед он опустил. Ну, с Павловичем, понятное дело, там все в порядке, ничего серьезного в этом эпизоде не было, а на вбрасывании у нас Брикун сейчас... Гаврус, да, это Гаврус, 19 номер у Металлурга. Остается точка за Гаврусом. Хороший бросок от синий. Да даже от борта. Он там с полборта бросал Мокрушев, но шайба до Фомина не дошла. Да, здесь, видимо, не будет никакого проброса. Плюс Мокрушев первым на шайбе оказывается. Но видим, что сразу поднимает голову вверх Мокрушев. Пытается найти предложение, векторы для развития этой атаки Металлурга. Но видим, что, в принципе, затрудняет сейчас Юность. Выход из зоны Металлургу. Вот он шанс. И еще один бросок в дальнюю девятку. Это, кстати, Мострюков был на стреле Жлобинской атаки. Но здесь либо Фомин, либо сам Мострюков не попадает в створ. Большой вопрос. Я думаю, что увидим повтор. А вот теперь уже видим ответ от Брикуна. Но здесь все контролирует Самойлов. И довольно легко справляется голкипер Металлурга. Демченко все-таки покидает зону соперника. Вот сейчас набирает скорость Демченко. Бросает Самойлов. Добивание. Шайба мимо цели идет. Но все равно было опасно. А здесь уже покидает зону. Вот Демченко хорош. Придумал сам для себя момент. Это опасно. Да, здесь, видимо, хит Кузнецова, который позволяет Громовичу первым на шайбе оказаться. И здесь, да, видим, что вновь довольно высоко встречает Юность. Из-за этого есть большие проблемы у Металлурга. Казалось, что так и будет. Но выход 3 в 2. Передачу бы сделать. Момент хороший, но не позволили бросить сейчас Пинчугу. Да, понимаем, что эта тройка, ну, просто максимально опасна у Жлобинского Металлурга. Поэтому тоже нужно повнимательнее быть Юности с этими ребятами. Тем более, что Кузнецов, Пинчук, Суворов, такими словами, даже отделом на протяжении всей серии доказывают. Еще передача и 0-1! Металлург выходит вперед. Потрясный гол!
Кузнецов, красавец, здесь оказался он первым на добивании. Ну и что ж, выходит он вперед, там в гонке бомбардиров с Мастрюковым. Будем мы дожидаться повтора. Ну и вот лично с нашей позиции комментарской казалось, что вообще там никто не держал ни Кузнецова, еще партнер был там свободен. Радуются жлобинские болельщики, их вот отправили на самый верхний ярус. Но это не мешает им поддерживать сегодня свою команду. Смотрим. Заброс пошел в зону, там оказался первый на подборе, кстати говоря, Кузнецов, но шайба отошла партнеру, бросок Волченкова, и здесь, да, пошел активно Фомин, и шайбу записал. Нет, нет, даже передача была на Кузнецова, и Кузнецов здорово обыграл Фомина и отправил шайбу в пустые ворота. И Кузнецов, соответственно, становится на данный момент лучшим бомбардиром. Восьмая шайба Кузнецова, лучший бомбардир для Жлобинского Металлурга в истории в рамках одного плей-офф. То есть он обгоняет сейчас Мастрякова. Что это? И лучшим снайпером. Видим, что Кузнецов сейчас сразу два рекорда бьет. Это очень круто. Стоит отметить, наверное, позиционная ошибка у Минской юности, но и действие Волченкова. То есть он добирал по ходу этого плей-офф, и вот сейчас он реально на пике. Это был даже не наброс, мне кажется, такая акцентированная передача на Кузнецова. Ну и, соответственно, нападающий Металлурга здесь с Фомином легко разбирается, поэтому... Юность положения отыгрывающихся, тем интереснее будет наблюдать за этим поединком. 13 минут 31 секунда до конца первого периода. Да, но у нас пока что первая коммерческая пауза приходит в стартовые 20 минут, и поэтому уходим на рекламу, скоро вернемся. Весь апрель покупайте товары удачи и уже 3 мая участвуйте в розыгрыше суперпризов от Евроопт. Квартира в Минске 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей и 10 тысяч других призов. А покупка товаров Дарида или Йовата принесет дополнительный шанс на выигрыш одного из двух стильных кроссоверов Geely Cool Ray. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Да, возвращаемся к матчу Минской юности и Жлобинского Металлурга. Видели реакцию жлобинских болельщиков и гол Кузнецова, который позволил Металлургу выйти вперед. Ну и вот он, Леонид Фомин. По сути, здесь довольно сложно было голкиперу Минской юности. Кашкар не бросает, Щечин, еще один наброс, но Самойлов справляется. В любом случае, эта позиционная атака Минской юности продолжается. Дрозд и еще передача на пятак. Но здесь мы видим, Самойлов довольно внимателен, поэтому Минской юности какую-то остроту придумать не удается. Не фиксирует здесь проброс. Судья дает играть Антонов. Волченков в ассистентах у Кузнецова. И да, единственный ассистент Волченков Кузнецов. Здесь у нас автор гола, понятное дело. Мы уже о всех его достижениях промежуточных сказали. Поэтому продолжаем следить за игрой. Неточная передача Вазовика. Здесь были еще в первом подборе. Пас на Кришталя. Кришталя не дает передачу Кричкову. Что-то на смену уходит. Приходится дальше продолжать движение за воротами Кришталя. Но шайбу теряет. Здесь Пироговский хорош. Но выбраться у него не получается. Да, здесь еще одна передача за ворота на Воронова. Но видим, что за эту шайбу 63-й номер Металлурга не сумел зацепиться. Воронов, неплохая передача. Это Кришталь, еще бросок. Но Фомин, видим, все, эту ситуацию контролирует. И, соответственно, в красную зарабатывает Металлург. И здесь вот Робо, понятно, поехал доказывать что-то Шуринову. Но судьи быстро успевают к этому эпизоду. Но вот как раз Дмитрий Кравченко задумчивый. В любом случае тренер, несмотря на то, что Металлург ведет. Одна шайба в финале, она вообще ничего не дает. Возможно, небольшое психологическое преимущество. Поэтому будем просто дальше смотреть за этим крупным хоккеем. А пока вбрасывание для Металлурга. Гаврус против Ропы. Сойдут сейчас на точке. Нам долго так показывали Дмитрий Санча. Но он спокойный, в принципе, его можно понять. Выигрывает вбрасывание сейчас Роба. На этот раз помогает ему партнер. Это, кстати говоря, Вазовик был. Но там тоже удаление будет. Если я правильно понял, хотя нет. Просто будет предупреждение Робик, что-то там показывал главный арбитр, но в привычных форматах. Ну, а продолжим сейчас команды. Там какое-то количество секунд надо отмотать сейчас на табло. Судим за судейским столиком. Нам показывают болельщикам Лобинского Металлурга. Да, их очень много. 17 автобусов. Не будем об этом забывать. Прибыло из Жлобин. Выигрывает вбрасывание Юность, отправляет шайбу, как оказывается, на проброс. Да, здесь никто не откликнулся на эту передачу Фищенко, поэтому всему его звену придется без смены возвращаться обратно к своим воротам.
Та вторая подряд точка около владения Леонидов и Мина. Ну и вот показывает Волченкова крупным планом. Понимаем, что большой объем работы сделал Волченков для того, чтобы эта шайба случилась для Металлурга. Ну и посмотрим сейчас ромб от Минской юности на точке и против... Как раз Гавроса он был, и мини-дуэль остается за Металлургом. Мастрюков, хороший перевод на дальний от нас борт. И здесь видим, что пытаются укатить за ворота. Тот же Волченков, но случается потеря, поэтому нужно защитнику Металлурга уже отрабатывать около своих ворот. Ну, а пошел активно здесь Розовик, так высоко поднялся, но шайбу не подобрал. Выстрел Мастрюкова, и шайба отправляется у нас в заградительную сетку. Поэтому пауза будет 12 минут и 2 секунды до завершения первого периода. Вот так немножко у нас... дробится игра, но ну и понятно, я вот смотрю, да, вот, это файт маскотов двух команд, Волга и Медведи, но пока здесь танцевальная битва такая, не дерутся, ну и, ну и правильно. У нас даже несмотря на то, что как бы седьмой матч и вся вот тема, но все равно у нас и болельщики, и фанаты должны жить дружно, и вот как раз таки обнимаются маскоты, может быть, это не сильно видно на основной камере, но мы со своих позиций это видим отчетливо. Да, видим, что удается закрыть борт Металлургу. Только сейчас Минская юность шайбу в среднюю зону отправляет на пальчика. Но здесь очень здорово спину ставит Мокрушев. Вот видим, что пальчик не выключается из эпизода. До конца остается в игре нападающей юности. И сумел по итогу шайбу для своей команды отвоевать. Пальчик, но нет. И еще одна потеря. Уже контратвет развивается от Жлобинского Металлурга. Передача, правда, не лучшая. Здесь направление Кузнецова. И поэтому 3-4 номер и автор единственной заброшенной шайбы пока в этом матче за эту шайбу как раз зацепиться и не сумел. Мокрушев. Длинная передача по бортику прямо на Суворова. Но там не дали шайбу подобрать 55-му номеру. Брикун на пальчика. Набирает скорость 44-й номер юности. Неплохо. Оставляет шайбу за собой. Брикун. Дальше надо продолжать ему движение, потому что там подкатывается уже оппонент. Брикун на Щечина сыграл. Какой перехватчик от Суворова. И шайбу он выводит из зоны. Да, понимаем, что первый период приближается к своему экватору. 10:55 еще остается играть. Гайнетдинов здесь, видим, что пытался вылезти на пятак. 51 номер Минской юности. Громович. Неплохая подкидка. И что здесь придумает Металлург? Суворов. Вот такой бросок. То есть заброс зоны. В любом случае, по мину приходится вступать в игру. Ну и шайба оказалась в ловушке уголка про юности. Щечин. И еще одна передача на Антонова. Тоже, на самом деле, седьмой матч. Минская арена для Антонова. Не знаю, с 2010 года есть ли какие-то воспоминания не самые приятные, потому что сегодня тоже, понимаем, в социальных сетях Федерации Киев появлялось видео с участием Антонова, понятно, в том финале, но я думаю, что сегодня отдельный матч, и возвращаться к тому поединку не стоит. Гайнетдинов, ну, вот такую свечку запускает, просто отправляя шайбу поближе к владениям Самойлова. Начинает свое движение Габру, здесь передачу отдает на партнера, не будет проброса, что интересно, продолжает борьбу. Ворнер, кстати говоря, это был, а вот это уже, скорее всего, нет, тоже не будет проброса, разводит руки в стороны лайнсмен. Пироговский вступает в борьбу с Габрусом, но шайба остается за Металлургом и выходит из зоны. Здесь, правда, Розовик первый, но самое главное, что жлобичанам удалось свою зону покинуть. Здесь уже надо станка присел Криштель и, казалось, уже мог шайбу перехватить, но не срослось. Да, видим, что пытается юность прийти в себя после такого легкого нокдауна, потому что быстрая шайба от Металлурга и на самом деле больше пока создает по ходу этого первого периода команда из Жлобина. Но вот сейчас понимаем, что смена происходит у обеих команд, поэтому никуда не торопятся жлобинчане и успевают нам показать в том числе скамейку. Поэтому здесь Мокрушев тоже, видимо, решил не рисковать, не запретать велосипед, поэтому с ближним отыгрался. И вот такой заброс. Здесь не будет никакого проброса. Также Виноградов по борту играет. Ну и Павлович теперь шайбу отправляет куда? Вопрос. Никуда, потому что, видимо, здесь Ключихин первым на шайбе оказался, поэтому команды играют дальше. Борьба завязывается в углу площадки. Там Купчихин, Мастрюков. Старательно Купчихин прижимает шайбу к бортику, но Фищенко пытается ее оттуда всеми силами выковырить. Но пока борьба у нас остается за юностью. Фищенко хорош. Надо поднимать шайбу на синюю линию, но отправляет обратно ее в глубь зоны. Ромба. Здесь Павлович. Павлович до усов доходит. Но здесь здорово он прикрывает шайбу корпусом. Отдает пас на Ромбу. Ромба Фищенко за воротами. Теперь Фищенко. Будет ли пас наверх? Есть. Барковский. На Виноградовой. Можно, наверное, попытаться бросить, но там здорово работает Тимирев перед защитником соперника. Шайба у нас уходит на... Нет, не на проброс. Нам показал лайнсмен, что мог Барковский эту шайбу подхватывать, поэтому не будет свистка. Уже от своих ворот стартует Виноградов. Скорость неплохую набирает, 75-й номер. В зону зашел. Это уже Брикун, бросок, и Самойлов шайбу парирует.
Да, здесь удается Щечину закрыть синюю линию, поэтому продолжается атака юности. Демченко на Прикуна оставляет. Здесь Громович, но очень активно работает. И видим, что шайбу сумел отвоевать для Металлурга, поэтому может получиться контратвет у коллектива Дмитрия Кравченко. И еще одна то ли передача, то ли бросок с неудобной от Суворова. Но в любом случае шайба мимо створа просвистела, поэтому здесь Леониду Фомину не пришлось вступать в игру. Но видим, что вновь подбор за Металлургом, поэтому попытка еще раз где-то, возможно, быстро подловить юность на смене, хотя понимаем, что тоже эта пятерка уже у Металлурга подустала. На Антонов начинает новую атаку своей команды. Китаров, смотрите, Китаров скорость набирает. Через заброс, правда, отправляет свою команду в зону соперника, но все равно хоть так, и здесь даже побороться можно. Силовой прием на Волченкове применяет, но шайбу не подхватывает Соломонов. Через партнера выходит шайба из зоны. Здесь уже подключается к атаке Полищук, я так понимаю, но дальше синей линии на зоны соперника пройти не удалось в этой ситуации, поэтому придется снова перестраиваться в оборонительный билдап и принимать атаку юности. Достанка по ближнему борту входит в зону, здесь тут же отправляют его лучше на синюю линию, но все равно какой-то бросок Достанка совершает. Дрожь шайбы, но здесь понимаем, что очень плотно опекает его Шурина. В синюю Завик не закрыл, поэтому все по новой придется начинать Минской юности. Виноградов шайбой. 6 минут 55 секунд играть еще в этом первом периоде. 0-1 у нас по-прежнему. Помню шайбу Кузнецова. Здесь Купчихин. А вновь не удается ее вывести из своей зоны. Барковский очень неплохо постарался. Барковский. Ну да, перекрыто все для Барковского. В любом случае, вот такой бросок. Мы понимаем, что небезопасно было для Самойлова, но голкипер Металлурга в этой ситуации справляется. Это Кашкар. И еще одна передача за ворота на Пироговского. Но здесь видим, что все очень плотно, очень внимательно от Металлурга, поэтому тоже ключи к воротам Самойлова Минской юности подобрать нелегко. Не будет здесь удаления. Продолжает контролировать шайбу Мокрушев, но на него уже, там, я так понимаю, ромбом присел и шайбу забрал Щечин. Перевод на Виноградова. Нет броска, передача в лицевой борт. Там будет Пироговский на шайбе. Скидку он сделал, но Павлович не добрался до нее, и поэтому придется уже в отборе играть неплохо. Ромба бросает, Самойлов выручает, и шайба покидает зону обороны Металлурга. Кришна здесь пытается ускориться, но видно, что уже немножко подустал. 53-й номер, и сейчас он отправляется на смену, а Щечин встает за воротами и начинает новую атаку своей команды. Фищенко. Да, слышишь поддержку Жлобинского Металлурга. Там не только фан-сектор, здесь еще и основная трибуна. То есть не места, которые выделяются для Металлурга. Они тоже, видимо, за Металлург. Еще может получиться опасный момент. Здесь просто Брикунь по шайбе не попадает. Но то, что атмосфера классная, мы уже об этом говорили. Да, здесь Ворнов вот так шайбу отправляет за ворота Леонида Фомина. И будет проброс. Поэтому будет шайба доставлена к правым воротам к владениям Самойлова. Да, ну и к слову, у нас не только болельщики Металлурга здесь присутствуют, но и фанаты Аршанского Локомотива, к примеру, это то, что я сумел здесь разглядеть. Вот нам показывали момент, который мог быть у Брикуна, если бы принял бы шайбу 11 номер. Пинчук. Набрасывание против Китарова. Остается точка за 13-м номером, но дальше партнер уже там не сумел быть первым. Вообще покидает у нас сейчас шайба пределы площадки. И вторая коммерческая пауза у нас, поэтому ходим на рекламу, скоро вернемся. Весь апрель покупайте товары удачи и уже 3 мая участвуйте в розыгрыше суперпризов от Евроопт. Квартира в Минске 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей и 10 тысяч других призов. А покупка товаров Дарида или Йовата принесет дополнительный шанс на выигрыш одного из двух стильных кроссоверов Geely Cool Ray. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Да,
вновь после коммерческой паузы. Возвращаемся к хоккею. И 0-1. У нас, кстати, 3700 зрителей на трансляции. Это на конец первого периода. Очень круто. Поэтому мало лайков. Это вообще несерьезно. По такому хоккею, по такой атмосфере нужно по любому случае этот показатель поднимать. Поэтому верим, что в ближайшее время хотя бы отметку в 350 мы перейдем. А там будем идти к другим показателям. Здесь заброс от Кузнецова за ворота Леонида Фомина. Видим, что приходится рамку покидать голкиперу Минской Юности. Еще один наброс. Фомин вновь очень неуверенно играет в этой ситуации. Вот второй похожий эпизод по ходу первого периода. Здесь шайба едва не юркнула за ленточку ворот Минской Юности. Увидим повтор, но здесь, откровенно говоря, минчанам повезло. Да, здесь нужно, конечно, немножечко подсобраться Фомину, почувствовать свою игру, потому что второй же момент, когда шайба от него отваливается и так опасно за спину перелетает. И, наверное, к счастью для мяча, что, ну, во-первых, шайба летела не в створ после касания с Фоминым, а во-вторых, там Кузнецов не сумел добраться до нее первым, а добились Кузнецов, и могли быть действительно большие проблемы. Да, здесь, видимо, борьба в углу площадки. Пытаются эту шайбу достать хоккеисты Минской Юности и Жлобинского Металлурга. Но видим, что она остается под контролем жлобинчан. Кузнецов на синей линии на Габрусе. Но видим, что небольшой технический брак. Не самая удобная, наверное, передача для защитника Металлурга. Поэтому шайба покинула зону Юности. Ну и здесь понимаем, что все спокойно уже для подопечных Исаула. Виноградов вот так сразу в среднюю зону играет на партнера. Видим, что широко сейчас действует Юность. Это Дрозд. Оставляет на Павловича, но понимаем, что бросить Павловича тоже было проблематично, поэтому вот так сыграл дальше, продлил эту атаку. Да, продолжается борьба у нас в углу площадки. Здесь Фищенко ставит корпус, но передачу отдает неточную. Хорош оказывается игрок Металлурга. Здесь не будет проброса, потому что догонит шайбу Полищук в этой ситуации. Ух ты, силовой прием получает в спину, но все в рамках правил, по мнению судей. Фомин шайбу прижимает. Будет вбрасывание у его ворот, но вот хочется отметить скорость Полищука. Пока смотрим на графику Самойлова. 15 матчей в Плов, 92,6% рожденных бросков, 46 игр в регулярке и 93,4. Ну вот, в принципе, показатели где-то около одной отметки и ходят, да? Вот в среднем 93% у него вообще процент рожденных бросков по сезону. Кубок еще раз нам показывает, но да, с каждой минутой, мне кажется, здесь все чаще и чаще могут показывать кубок, потому что, ну вот пока жлобинчане сделали свой первый шаг к этому трофею. Посмотрим, чем Матвей Юность пока забросить не получается. Громович, шайба за своими воротами. Там, видим, сразу Брикун висит на защитнике Жлобинского Металлурга. Громович. И здесь по итогу нужно надежно играть, что и делает Громович. Мастрюков, правда, не дается шайбу из своей зоны вывести. Пальчик еще раз за ворота на Брикуна. Но здесь уже и Демченко помогает. Поэтому видим, что позиционная атака Минской Юности зарождается. Демченко. 3 минуты 25 секунд остается играть в этом первом периоде. Демченко еще на смещение к синей линии. Демченко с неудобной, но здесь видим, что Горошко уже в таком прыжке этот бросок принимает на себя, не позволяя Демченко потревожить Самойлова. Достанка здорово отработал на синей линии. Можно бросить пальчик. Нет, Самойлов выручает в этой ситуации. Срывает здесь овации с трибун. Ну и Горошко тоже отметим. Здесь, конечно, селится 89 номер. Очень приличная статистика Фомина на ваших экранах. 18 матчей в плей-офф, 92,8% рожденных бросков, 23 игры в регулярке, 94,4. Ну да, в регулярке вообще космос, ну и плей-офф тоже довольно приличные цифры. Да, здесь красный, мы видим около владений Самойлова. Ну и вот показывает нам кубок. Вот с этой набойкой Жлобинского Металлурга, когда чемпионство было в 2012 году. Поэтому вопрос, будет ли оно в 22-м. То есть здесь, понимаем, тоже есть магия чисел. Павленко шайбой. Передача вот такая на пятак. Не проходит. Габру здесь неплохо действует. И там, кстати, за воротами нет. Кисты разъезжаются, но видим, что, мне кажется, это продолжится в следующей паузе, возможно, потому что там ударил кист Юности игрока Металлурга, но разъехались. По итогу Фомин клюшка играет, и здесь уже Гайнедина, что получится у Юности, неподалеку Китаров находится. Но понятно, что сейчас передача до 13 номера Минской Юности не дошла. Да, Гайнедина в свойтике, он там не поделили что-то за воротами жлобичан. Последим за их противостоянием по ходу игры. А пока у Мокрушев длинная передача, но не очень точно. Здесь, правда, приходится шайба прямо в ворота. Фомин играет клюшкой, но самое главное, что проброса нет. Кашкар получает шайбу на синей линии. Пытался вырезать диагональ, не вышло. Шурина. Неплохой подбор, но здесь, да, офсайд фиксирует линейный арбитр. Поэтому за 2.08 до конца стартовой 20-минутки у нас будет
вбрасывание в средней зоне. Ну, здесь смену проводят и те, и другие. Ну, это интересно даже, будут ли применять тренеры какие-то наложения с Йенин. Здесь выпускают одно свое под другое, потому что явно было видно вот сейчас нам, те, кто находится на арене, что сначала поменялся Металлург, и только потом уже выходило звено, собственно говоря, юность. Да, Фомин вновь покидает рамку. Здесь у Лозовика поехала нога, благо не ошибается. Российский защитник Минской юности Суворов. И еще одна передача, видим, на Пинчука здесь. Но нужно выбираться из угла. Бросок Суворова. Шепов в закругление попадает. Первый на подборе Пинчук. Ну и хорошая передача. Момент у Металлурга. Еще бросок в дальнюю девятку. Очень опасно от Громовича. Но шайба по итогу над перекладиной ворот Фомина просвистела. Довольно неплохой момент, который Металлургу записываем в актив. Да, Кузнецов здесь недоволен, что сыграли с ним силовую. Получает шайбу сейчас 34-й номер. Бросок с отрицательного угла, но Фомин надежен. Закрывает зону сейчас защитник. Это, я так понимаю, Волченков. Здорово там ушел от силового приема. Продолжает владеть шайбой Металлург. Кузнецов там пытается всячески отобрать у него шайбу Лозовик. Подключается к этой акции Дрозд, но остается шайба под контролем Кузнецова. Волченков не заряжает от синий. Пинчук. Есть выстрел. Фомин на месте. Да, понимаем, что Пинчук на кратке может разобраться, и по ходу серии уже не раз он доказывал 51 номер Металлурга, и вот еще один бросок его исполнения, но здесь понимаем, что Фомин довольно уверенно действует, всего минуту и 6 секунд остается сыграть нам еще в этом первом периоде, и вновь нам показывают фан-сектор Жлобинского Металлурга. Эти ребята красавцы, им респект, и просто огромное количество в Минске сегодня. И плюс Металлург везет, поэтому я думаю, что настроение у них шикарное, здесь, видимо, Жлобин оставляет эту точку за собой, Мастрюков. Мастряков шайбу корпусом укрывает. Видим, что Антонов здесь персонально с Мастряковым работает. И шайба, да, по итогу, видим, отправляется сейчас за ворота Самойлова, но речи о пробросе идти не может. Да, скидка здесь Мокрушева на партнера. Это Купчитель, неудобно на Тимирева. И выиграет ли гонку? Да, выигрывает гонку за шайбу Гаврос. Бросок ближний. Фомин снова там не очень контролировал шайбу, но благо до него она в ворота не заскочил. А тут уже выходит из зоны Минской юности. Снова Мокрушев. Но Мокрушев пока не спешит, потому что дает возможность своим партнерам раскатиться в этой ситуации. Даже передачу на еще одного защитника. Это Волченков был, отдает, но... Но вот только со второго раза попытались войти в зону жлобичания, тоже не вышло. Антонов. Всего 15 секунд остается играть в первом периоде. Антонов хотел забросить шайбу в зону, но накрывает, понимаем, капитана юности. Вновь пытается что-то придумать Антонов, но почему-то кажется, что в этом периоде, наверное, никакой остроты мы уже не успеем увидеть. И помню, конечно, прекрасный гол Кузнецова и шикарную передачу Волченкова, которая позволила Металлургу после первых 20 минут игры вести. Наверное, отметим, что содержательный первый период, и шансы были и у Металлурга, и у юности. Но вот видим, что один свой момент Металлург конвертировал заброшенную шайбу. Да, шикарная реализация момента была в том эпизоде у Кузнецова. Но у нас будет флеш-интервью с игроком Жлобинского Металлурга. Узнаем, кто это. Это Виталий Пинчук будет снова. 51 номер. Поговорит с Натальей Федорцовой. И после этого мы уже, понятное дело, уйдем на студию, где Дмитрий Абрамчик и Ярослав Чуприс. А сейчас слово Наталье и Виталию. Итоги первого периода подводим с нападающим Жлобинского Металлурга Виталием Пинчуком. Виталь, ну я надеюсь, до тебя докричусь. Такая классная атмосфера. В начале сезона мог представить, что Минск-арена будет кричать «Жлобин, Металлург»? Нет, вообще никак не мог представить. Я рад, что так случилось, и надеюсь, хорошо закончится. Как тебе вообще атмосфера? Прекрасно, все кричат громко. На раскатке музыка так громко играла, что у многих уши аж закладывало. Но это круто. Ловишь какие-то флешбеки сейчас КХЛовскими матчами? Насколько по эмоциям это сейчас похоже на то, что было в сезоне? Ну, именно вот по эмоциям, как бы, да, похоже на плей-офф. Кричат, все так же поддерживают. Единственное, что цвета совсем другие. На арене красные, синие. Это очень приятно. Был на льду, когда открыли счет? Вот эта шайба уже стала особенная? Конечно, всегда приятно открывать счет. Опять же, главное не останавливаться и увеличивать преимущество. Ну вообще, насколько вам удался этот период? Ну, довольно положительно. Много, опять же, атаковали. Поменьше, можно сказать, надо делать сумбура, потому что площадка маленькая, быстрая контратака идет. А так продолжать так же играть. Не успел забыть, что такое игра на маленькой площадке? Нет, не успел. Какой хоккей будет дальше? Чего ждем? Да я думаю, таким же атакующим будет. Потому что все понимают, что останавливаться нельзя ни в коем случае. Спасибо большое, удачи в дальнейшем. И
Итоги первого периода подводили с нападающим Злобинского «Металлурга» Виталием Пинчуком. Коллеги, вам слово. Ну а мы здесь из Минск-арены с прекрасным экс-игроком, а ныне тренером Ярославом Чуприсом. Ярослав Ростиславович, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос, самый, наверное, банальный. Как атмосфера? Шикарная, да? Напоминает кое-что из прошлого. Об этом потом поговорим. Да, да, да. Но суперская атмосфера. Просто, да, зашкаливает так адреналин. Смотришь, столько болельщиков, столько эмоций, да, позитива. И круто. Но вы так легко одеты, Ярослав Ростиславович, ну, как где-то из ложи, наверное, но, да, в хорошей компании. В хорошей компании, да, после тренировочного процесса, да, опять же, то есть, извините, что без рубашки, но это не важно. Ну, то есть для всех праздник, да? Праздник, собрались, праздник, удовольствие праздник. Получаете. Крутяк, абсолютно верно. А как первый период, если брать не хоккей, не изыски какие-то, а именно эмоции? Но я скажу так, что мне показалось, больше эмоций было у «Металлурга», да, по игре, больше играли в атаке. Пару эпизодов было неплохих у «Юности», но они их не реализовали. Видно, что команда Жлобина, да, ну, бегут, как я говорил всегда, бегут, заряжены. Ну, я не скажу, что прям «Юность» сильно уступает им в движухе, но пока на данный момент, как мне кажется, чуть эмоциональнее выглядит команда Жлобина. Ярослав Ростиславович, не могу не спросить, опять же, вы тренер, много работаете с точки зрения тактики, да, каких-то схем. Маленькая площадка сегодня, она меньше, чем площадки в париматч экстралиги. Заметно ли со стороны, что немного другой хоккей у команд относительно предыдущих? Более быстрый, более агрессивный, меньше времени для принятия решения. Больше бросков, больше силовой борьбы. По силовой борьбе с первых смен было видно, что будет такой тык-стык, да, стык-стык, скажем так, хоккей. Хотя, на самом деле, сказать поначалу, что было много бросков, нет. Было много игры в средней зоне. В средней зоне было много отбора, много силовой борьбы. Но потом чуть-чуть, я говорю, «Металлург» был немножко лучше. Мне показалось, что некоторое количество браков в передачах все же присутствует пока еще у одной и другой команды. Связано ли это все-таки как раз с тем, что привыкают руки, наверное, голова, ноги к другим размерам? Или это... Я повторюсь, да, быстрота принятия решения. Меньшее пространство, быстрее нужно соображать. Скажем так, технически, может быть, не все пока, скажем так, успевают, а может быть, уже и не успеют. Ну, то есть хоккей быстрее, хоккей эмоциональнее, хоккей жестче на маленькой площадке, но и более интересный для зрителей. То есть это такой, ну, такой современный, ну, настоящий хоккей. С точки зрения размеров площадки, у кого преимущество, на взгляд? Именно у быстрых молодых игроков или, может быть, у опытных, но менее быстрых, но у которых голова быстрее работает? Я, на самом деле, думал об этом еще вчера. Сегодня, ну, на самом деле, мы общались много, да, с коллегами, с пацанами, да, сборной. То есть, ну, все-таки у кого же будет это преимущество? И все равно мнения разделялись. То есть... Более молодая команда, там, молодые пацаны у Жлобина, они быстрее, да, они более энергичные, они более эмоциональные, может быть, где-то чуть в силовой борьбе посильнее, но, опять же, посмотрев, как Саня Китаров идет играть тело в давление, на самом деле, нету ответа. Седьмая игра, нейтральная, ну, нейтральная площадка, то есть не сказать, что это домашняя арена «Юности», да, так же, как и «Металлурга», поэтому, ну, первый период, наверное, больше, скажем так, за гостей, да. Второй период будет абсолютно другим, 100%, да. Будет в раздевалке разговор определенный, я считаю, что у Исаулова с командой. И здесь все, что есть, ты должен отдать. 1000%, 1000000%. И возраст, наверное, ну, не сыграет каких-то глобальных, скажем так, моментов. Давайте посмотрим гол, да, гол, который забросил «Металлург», 1-0 в пользу команды гостей, гол Сергея Кузнецова, будет у нас сейчас видео, обсудим. Прокомментируйте, пожалуйста, как здесь все произошло. Пошли в давление, в очередной раз команда Жлобина пошла в давление, заброс, силовая борьба, да, соперник, ну, в этой ситуации, кто, Барковский, да, и Китаров оказались на одном хоккеисте, на Кузнецове, и в итоге все равно он из-под них вышкребся, скажем так. Вратарь, я считаю, чуть-чуть, немножко, наверное, неправильно сыграл, да. Шайбу доставили Кузнецову, там он разобрался.
Но, по сути, шайба шла конкретно Кузнецову. Тут видно, да, что это вот с этой камеры будет видно, что она совсем не в створ шла. Ну да, на самом деле хочется думать, что это была передача, потому что тогда это совсем так хорошо. То есть, ну это реально по-хоккейному получилось. Это не просто отброс был, это была передача. Но в этой ситуации, опять же, повторюсь, да, Кузнецов, посмотрите, сколько соперников. Трое, да? То есть, как бы идет заброс. Мимо, потеря клюшки Барковским, потеря клюшки, концентрации, передача, гол. Но здесь еще интересно, что как раз передача под праворукого игрока, да, то есть он себе на удобную, по сути, в этой выкатил. Ситуации на самом деле было неважно, да, наверное, какой праворукий, наверное, или леворукий хоккеист, также леворукий мог убирать на неудобную, да, в этой ситуации праворукий убирает на удобную. Чуть-чуть, наверное, повторюсь, вратарь далеко очень выдвинулся, и потом он уже это понял, но было поздно. Был момент, когда у Леонида Фомина свалилась шайба, там она буквально на ленточке остановилась, и это напомнило мне эпизод из какого-то матча в Жлобине, когда буквально там через плечо у него сошла. Может быть, есть какие-то вопросы по психологии у Лени? Понимаете, я не могу сказать этого. Да, я не знаю человека, знаю одно, что вратарь — это вообще как бы отдельная каста хоккеистов, которые, по идее, должны быть стрессоустойчивы всегда, но... Опять же, повторюсь, может быть, он никогда в жизни не играл в такой атмосфере. Я не знаю этого, да. Седьмой матч. Можно сказать, все поставлено на кон. Весь сезон Минск-арена. Работы. Минск-арена, зрители, да. Кубок. На трибунах сидит наш президент, который будет вручать кубок этот. То есть, этот фактор тоже важен. И, может быть, в этой ситуации вратарь чуть-чуть где-то дрогнул. Интересно, когда вы анонсировали церемонию награждения, это значит, что ни в коем случае не выключайтесь после того, как матч закончится. Посмотрим статистику Кузнецова в очередной раз, автора этого гола, и заметим, что у него прямо сейчас по цифрам сейчас появится картинка, и мы увидим, что в сезоне 19 матчей 11 очков, 3 плюс 8, и Динамо Молодечно, и Металлург и Жлобина в плей-офф 17 игр, 18 очков, довольно большой результат, он переписывает рекорды, но давайте поговорим об одном игроке, одном из моих знакомых игроков, которые принимали участие в седьмом матче в Минск-арене в 2010 году. Имею в виду Ярослава Чуприса. Это тоже была интересная история. Я понимаю, что сейчас воспоминания. Возможно, уже эмоции улеглись, но давайте вспомним, может быть, если кто-то не в курсе. 2010 год, седьмой матч, финал между Юностью и Шахтером. Примерно такая ситуация. Юность играет здесь, Шахтер приезжает в Минск-арену, и вот этот поединок. Какие воспоминания? Трагедия. Быстро мы поговорили. Для меня в том сезоне, да, это была трагедия, потому как я, будучи все равно игроком Минского «Динамо», я не попал на Олимпиаду. И я проиграл этот финал тренеру, который, скажем так, не взял меня на Олимпиаду. Для меня это была трагедия, но были слезы, да, то есть, честно. Человек я эмоциональный, да, и тоже такой сезон был, скажем так, нелегкий во всех отношениях. То «Динамо», то не «Динамо», то «Фармклуб», да, мы проиграли его. И неважно, как мы тогда его проиграли, мы были близки к тому, чтобы выиграть, но мы его в итоге проиграли. Из тех, кто сегодня принимает участие в матче, есть партнер по команде, да? Андрей Антонов. Тогда вы играли вместе за солигорский «Шахтер». Сейчас вы уже тренер солигорского «Шахтера». Андрей по-прежнему выступает в качестве хоккеиста. Прошло, казалось бы, 12 лет – это целая эпоха. То есть люди уже заканчивают, начинают и заканчивают за эти годы. На связи ли вы с Андреем? На самом деле, когда встречаемся, очень хорошие, теплые отношения. На связи я не общаемся так тесно, да, но я могу только отметить в этой ситуации Андрея Антонова, который за все эти годы не умудрился, скажем так, ни в коем случае дать шаг назад себе. То есть он, наоборот, после этого матча, он двигался только вперед, да, он играл в КХЛ долгое время, после того, как вернулся сюда, он, опять же, то есть он капитан, он лидер, он поднимает кубки, и он, опять же, тоже переписывает рекорды, поэтому я просто хочу чисто так по-профессиональному, по-хоккейному его отметить, что он красавец.
Андрей Антонов, если наберет одно очко в сегодняшнем матче, он войдет в историю как лучший бомбардир юности в плей-офф. У него будет 56 баллов, 55 и у него, и у Макса Парфейца сейчас. Но Макс закончил, он уже не наберет 56-й. Ну, если, конечно, не вернется. А если он наберет один балл, еще один рекорд, он обгонит Шафаренко и получится станет лучшим бомбардиром в истории всего белорусского плей-офф. И это может случиться в его 300-м матче. 300-й матч сейчас у Антонова. И мне кажется, что он один из явных претендентов на звание лучшего игрока года. Давайте сейчас об этом поговорим, потому что Антонов, ну прямо скажем, выступал всю регулярку. Он там лучший бомбардир весь плей-офф. К сожалению, основной конкурент, наверное, Алексей Михнов, да, он в плей-офф, ну, прямо скажем, большую часть, самые важные матчи не принимал участие. Здесь, наверное, преимущество все-таки на стороне Андрея. Ну, давайте, на ваш взгляд, порассуждаем о главных номинациях. Если выбирать лучшего игрока, ну, не будем называть одного, потому что, наверное, это будет... Лучшего игрока по сезону. По всего сезона, да, вот всего года, ваши топ-3. Ну, однозначно Андрей, да, Антонов? То есть, да. Ну, глупо говорить по-другому, да? Ну, Леха Михнов, да? Да, то есть, и, конечно же, очень бы хотелось бы отметить какого-то хоккеиста со своей команды «Шахтера», но, как бы, если бы мы были сейчас здесь, да, в финале, то я бы, конечно, после игры это сделал, но... Но я Стифа на данный отмечал. Момент... Я знаю, что Дима, ты отметил Стифа. Ну, но у него тоже такой непростой, непростой сезон был, сезон. Но он много старался. Много, и пацаны тоже, я знаю, старались. Но кто третий? Пока два только. Не хочу. Так у меня такое ощущение, что в принципе только эти две фамилии обсуждаются. Понимаете, но, ну так честно. То есть, ну, так, их самый вклад, так он самый заметный, самый так весомый. Оно и есть, но как бы кто-то может сказать, там, что это Тимирев, но я считаю, что нет. То есть он в чем-то хорош, да, как и Мастрюков, возможно, как но и. В плей-офф у Саши не то пошло, есть дело да. даже не в том, тут, да, я как говорю, шкура лидера. То есть, да. когда видно, это не обязательно очки, да. То есть, ну, если так быстро бегло пройтись по командам, то прям таких явных вот прям лидеров, вожаков. Таких мужчин, мужиков, да, как говорится, то, наверное, ну, в этом отношении, наверное, может быть, там, ну, нет, не могу. Два человека пускай будет, чтобы, опять же, я не кого-то не обидел или кого-то mm-hmm. наоборот, то есть, ну, так будет по-честному. Хорошо, на этом будем подводить итоги перерыва. Какие ожидания от второго периода? Сравняет ли юность счет, наверное, первый вопрос. Но однозначно, конечно, хотелось бы, чтобы юность сравняла счет. Как это будет, скажем так, решить только время, да. И, ну, понятно, что хотелось бы, ну, чтобы был ничейный результат, тем будет более. Хотя он и будет интересный хоккей. Все равно будет быстрый, все равно и Жлобин побежит, все равно юность будет гнуть свою линию. Они стараются, это системная команда. Они будут играть свое, но опять же, да, седьмая игра. Время покажет. Получаем удовольствие от хоккея и передаем слово комментаторам. Это был Ярослав Чуприс, а сейчас Тимофей Иванчиков и Данил Дыдко продолжат нашу трансляцию. Коллеги, мы готовы продолжать просмотр этого поединка. Уже за 6 секунд у нас случился проброс Минской юности, и поэтому шайбу привезут к воротам Леонида Фомина. Посмотрим, как Фомин провел этот перерыв, потому что видели мы, что в первые 20 минутки были, наверное, моменты, в которых мог сыграть поувереннее голкипер юности. Сейчас, наверное, по стартовым вот этим нескольким минутам мы узнаем, как вообще себя чувствует с психологической точки зрения 80-й номер юности. Но вот если первый период отмечать, то, наверное, скажем, что Жлобинский «Металлург» так довольно агрессивно в спортивном плане действовал. То есть юности пришлось, наверное, в первой части периода перестроиться больше на игру на контратаках. Я думаю, что все-таки хоккей во втором периоде будет немного отличаться. Но все-таки увидим такой хоккей от ножа, и закрываться нет резона ни «Металлургу», ни юности. Здесь Мокрушев, очень хорошая длинная передача в направлении Мустрюкова. Цепляется 36-й номер. Ну и вот здесь Андрей Антонов, да, уже говорили в студии, юбилейный 300-й поединок за «Минскую юность» для капитана этой команды, поэтому тоже стоит, наверное, сказать. Состав Жлобинского «Металлурга» сейчас на ваших экранах. Ну а пока шайба «Минская юность». Китаров за ворота уходит. Продолжает контроль шайбы, хотя там
довольно серьезное сопротивление у Пинчук оказывает. Здесь потери, можно даже в контратаку убежать. Пинчук скорость набирает по Суворову. Там на дальний партнер бросок. Фомин на месте. Суворов первый подборит сразу же. Пас наверх. Это Гаврус. Есть выстрел. Но это совсем мимо цели. Кузнецов пас на пятак. Но не доходит. Не доходит до партнера. Здесь шайбу бы не потерять минчанам. Она покидает пределы площадки. Ну и Глобарик, конечно, красавец. Там на лавке не спит. Да, очень здорово действует бэкап Самойлова сегодня. Да, видим, что когда появляется вновь эта тройка, будем говорить, ударная Жлобинского Металлурга, Кузнецов, Суворов, Пинчук, удается запереть Минскую юность в зоне, ну и, соответственно, опасные моменты. Придумывать вот еще раз бросок Габруся, когда была поставлена клюшка, а это силовой прием против Пинчука. Нет, даже это будет повтор, наверное, броска Суворова, когда Фомин справился. Поэтому вот, в принципе, такой эпизод, опять же, который возникает у Жлобинского Металлурга на старте второго периода. Павлович. Павлович передачу на партнера делает, но здесь не доходит шайба до игрока, накатывающегося на пятак. Только Руба получил шайбу, но там уже бросать было не с руки. Здесь длинная передача снова. Фомину приходится вступать в игру. Да, вот и в первом периоде, и вот сейчас есть такие моменты, когда, казалось бы, шайба уходит на проброс, но жлобинчанам удается давать прям точные передачи на ворота соперника. Поэтому и нет. Свистков, здесь Фищенко. Делает вираж, ищет, кому отдать пас. Есть, наверное, не самая лучшая передача, поэтому Полищук совершает перехват. Соломонов, здесь же горошка в атаке. Бросок Соломонова, нет уже отскока. Фомин все надежно забирает. Да, видимо, что чем-то напоминает начало периода, предыдущую первую 20-минутку, то есть как действовали киевские Жлобины. Сейчас видим, что вновь Фомина, наверное, работы куда больше, нежели у коллеги по цеху, потому что Самойлова мы видим в игре, но, наверное, не так часто. Поэтому крайне задумчив Евгений Исаулов. Есть пища для размышлений у главного тренера Минской юности, потому что его команде нужно перестраиваться, его команде на данный момент нужно отыгрываться. И как это сделать, пока большой вопрос. Мастрюков, вот такой бросок, подставлена клюшка. И видим, что еще одно вбрасывание около владения Леонида Фомина. Да, здесь шайба угодила у нас в заградительную сетку, поэтому даже не прибегают к смене состава ни та, ни другая команда. Гаврус против Брикуна на точке. Посмотрим, кто это раскатит сильнее. Снова Гаврус забирает за собой это вбрасывание. Мастрюков пас отдавал, но там не точно оказалось. Гаврус вступает в борьбу, но Антонову это не помеха. Передачу он отдает точно. Заброс к дальнему борту. Но видим, что Мокшин здесь первый. И, в принципе, вообще, наверное, без вариантов. Сразу же перестраиваются в оборону минчане. И это приносит свои плоды. Такой высокий прессинг, не знаю, давление и просто построение все-таки приносит свои плоды. Шайбу они перехватили. Да, в атаку не переходит. А вот, может быть, сейчас нет. Там Демченко шайбу не принял. Здесь пальчик борется. Ух ты, получает там, похоже, что в челюсть пальчик, но без удаления. Да, просто такую коробку угодил нападающий Минской юности. Но здесь судьи, в принципе, рядом с этим эпизодом находились. Поэтому играем в формате 5 на 5. Еще передача. Здесь не бросает Демченко. И можно, в принципе, убежать в контратаку. Если бы, наверное, передача Мокрышева получилась точной. Но в любом случае шайба остается под контролем Металлурга. Вот такой тоже довольно жесткий хит. Здесь прилетает Купчихину. Но видим, что все в порядке. Защитника Металлурга Китаров. И еще одна передача за ворот на Павленко. Да, видим, что есть все-таки небольшое недопонимание в этой ситуации. Потому что Павленко все-таки ту точку прокатил, и поэтому пришлось дорабатывать нападающих. Китаров, пас наверх, бросок в касание, блокируется ворон. Еще один выстрел, это уже мимо цели. Здесь должен быть первым Шурин в подборе. Да, он оказывается первым, но шайбу не выводит из зоны. Еще один выстрел, здесь уже чуть слабее, но Самойлов тоже спасает свою команду. Шуринов дальше на Кришталя, один в один ситуация. Кришталь ждет пока, наверное, своих партнеров. Вступает в борьбу до станка, но шайба остается у Шуринова. Здесь же Кузнецов помогает своему партнеру. Снова скидка на Кришталя, но здесь шайба до 53-го номера не доходит. Вот Кузнецов хорош. Тоже шайбу отобрал. Здесь не удался прием у Суворова, поэтому проброс. Да, фиксируют арбитры его и привезут шайбу к воротам голкипера Металлурга. Да, посмотрим, что придумает сейчас Минская юность и кто у нас будет на точке. Интересно сейчас играть. То есть видим, у Металлурга это, конечно, Кришталь. И кто у Минской юности, это Дрозд. Да, вот такой единоборство, который остается за Металлургом. Очень здорово. Здесь видим, шайбу сбрасывает по итогу на Волченкова и разворачивает Волченков эту атаку. Металлурга здесь Пироговский решил по пути, в принципе, хитануть Волченкова. Но понимаем, что тоже, на самом деле, довольно это сложно сделать Пироговскому. 15 минут 50 секунд. То есть, в целом, чуть более 4 отыграли в этом втором периоде. По сути, наверное, особо картина игры не меняется. То есть
только, возможно, плотнее, куда стал хоккей в втором периоде. А здесь Габрусь, но вот не следует передача. Горошка еще на бросок синей линии, он заблокирован. Но вот здесь побежит или нет. Интересно, Минская Юность, потому что точно подустали ребята из Саулова. Горошка первый в подборе, там Кашкар на него очень плотно садится, но шайбу не перехватывает, а тут она нет, не покидает зону. Кашкар не сориентировался, поэтому уже Полищук рвется в атаку. 2 в 3 здесь соотношение сил в этом контрвыпаде Металлурга, и Полищук довольно быстро шайбу здесь теряет. Горошка снова пас на 87-го номера своей команды, тоже здесь у Полищука прием не выходит. Длинная передача Антонова, неплох Фищенко. Оставляет шайбу Робби, тот сам себе на ход пробрасывает и не оказывается, правда, первым на шайбе, но все равно попытка не пытка, что называется. Снова Юность с шайбой, уже в средней зоне Антонов, подкидочка на Робу, но прием не получается у 92-го номера, придется возвращаться в оборону. Да, передача еще над горошкой на Войтикова. Там, видимо, что не сумел 95-й номер зацепиться за эту шайбу. Хотя диагональ очень неплохой выписывал горошка. Купчихи разворачивается. Но здесь видим сразу Фищенко. Плюс есть Брикун. На самом деле интересные тройки. Да, применяется Фищенко, поэтому нет никаких здесь изменений. От Евгения Исаулова горошка очень плотно играет сейчас с Павловичем. Павлович, нужно шайбу расставаться. Есть бросок. Купчихин здесь не позволяет даже голову пальчику поднять, чтобы проверить, как ты готов на Самойлова. Но здесь проброс, поэтому вновь видим вбрасывание около владения Жлобинского Металлурга. 14 минут, 16 секунд, еще столько играть в втором периоде. Да, я думаю, что при следующей, наверное, остановке игры мы уже сможем уйти и на коммерческую. Но пока остаемся на Минской арене. Войсиков против Китарова будет на брасывании сейчас сражаться. Посмотрим, сумеет ли оставить шайбу за собой опытнейший форвард Юности. И нет, ну Китаров, конечно, здорово чуть там оттеснил Войтикова. Можно было бросить, но до станка не решился. Вот здесь Демченко неплохо обыгрывает. Бросок мимо цели. Снова Демченко первого на подборе. Передача на пальчик. Вот теперь еще раз бросает пальчик. Самойлов нашел там в трафике шайбу. Будет у нас удаление, что ли? Это понимаю. Ну, было поднято, наверное, рука вверх. Но похоже, что нет. Не будет никакого там штрафа. При равных составах продаст у нас команду и игру. Но, если не ошибаюсь, у нас сегодня вообще пока без удалений. Все 5 на 5 у нас проходит. И смотрим, кто же там сейчас появится у команд на льду. Это, я так понимаю, ложа с женами игроков Минской Юности была у нас в кадре. Ну а сейчас все внимание на лед. Выигрывает снова Китаров вбрасывание. Демченко пытается уйти за ворота, но решил остаться в углу. Ищет кому отдать. Получает силовой прием. Но Демченко шайбу сохраняет. Неплохо, конечно, 10-й номер, но не бесконечно это продолжалось. Здесь уже Металлург в атаку может переходить. Пинчук там на дальний Кузнецов. Пинчук, пас, бросок, гол! 2-0. Кузнецов оформляет дубль. Шикарная передача Пинчука, и Кузнецов сегодня просто в огне. Вот есть хоккеисты Металлурга, которые стреляют в каждом матче. В прошлом это был Суворов, сегодня Кузнецов. Поэтому шикарный размен планов показывает Исаулова. Он не знает пока, как удержать жлобинскую молодежь, потому что сейчас в этом финале для Металлурга она решает. Ну и вот видим, что выход 2 в 1 получился у Жлобина. И вновь в качестве реализации, которую команда Кравченко демонстрирует, шикарно забрасывает эту вторую шайбу в арту Леонидов. И Минат, смотрим как раз повтор, с чего все начиналось. Да, здесь не удалось ни Бортовскому, ни Пальчику оставить шайбу в зоне соперника. Здорово в отборе сыграли хоккеисты Металлурга. Ну и там, конечно, передача классно у Пинчука получилась. Там и подставил клюшку, я так понимаю, защитник Юности. В этом моменте Виноградов-то был. Смотрим, здесь уже четко будет видно. Да, подставил Виноградов клюшку, но это все равно не помогло. Там под коньком, под лезвием конька Фомина Кузнецов отправил шайбу на ворота. Да, понимаем, что шайба-то в ворота не летела после отскока от Виноградова, но Кузнецов перенаправил ее в сетку ворот Леонида Фомина. И стоит отметить действие Пинчука, то есть он не показывал, не делал вида, что будет делать передачу на Кузнецова, и при этом такую вырезал на 3-4 номера, и там вроде Волченков, второй ассистент. То есть понимаем, сегодня Волченков при первой шайбе Кузнецова сейчас, в принципе, разогнал эту атаку. Ну и счет у нас 0-2, правда, на кубе он почему-то не поменялся, но 13 минут и 5 секунд остается играть в втором периоде. Вот слушаем ассистентов. Да, Пинчук и Волченков в ассистентах у Кузнецова. Но вот снова вот это жлобинская молодежь, жлобинские воспитанники
они делают и вторую шайбу. У нас, так я понимаю, у Волченкова два ассиста сегодня, у Кузнецова два гола, ну, Мичу, понятное дело, один ассист. Но вот мы видим, кто берет на себя игру. Это даже не условно Тимирев-Мастрюков, которые в регулярке были хороши. К ним тоже сегодня вопросов нет, они неплохи, но основные голы и пока единственные забрасывают у нас молодежные. Троечка, здесь падение было Пироговского у борта, но удаления нет. Я так понимаю, судьи у нас вообще за какую-то совсем уж грязь будут давать в этом поединке. По максимуму дают возможность поиграть командам, ну, может быть, оно и правильно. Да, и отметим, что вот все выделяли Антонова, Михнова, то есть, да, как лучшего хоккеиста. Но вот кого-то, наверное, не выбрать из жлобинской молодежи тоже будет, наверное, не совсем корректно, потому что видим, что ребята в финале они делают результаты. Тоже Кузнецов, тоже. А, как могут, как лучше молодые, да, то есть есть, или лучшие нападающие, то есть есть отдельные номинации, но в любом случае я уверен, что кто-то из них заберет, потому что видим, что в этом финале счет у нас становится 0-2, как раз дубль Кузнецова, но юности нужно отыгрываться, здесь Фищенко за воротами Самойлова, передача не проходит, поэтому тут, конечно, для команды Исаулова ответный быстрый гол важен, но вопрос того, как его соорудить, когда жлобинский металлург позволяет немного. Да, но вот пока продолжается атака на юности в зоне соперника. Здесь, кстати говоря, уже поменяли счет на клубе. А вот Сергей Анатольевич Сушко, генеральный директор Минского «Динамо», например, вот отметил Кузнецова как лучшего игрока, по его мнению, в этом сезоне. Понравилось ему, насколько молодой парень взял на себя игру в отсутствие Михнова. Ну и, возможно, это тоже точка зрения будет иметь большой вес в определении лучшего игрока. Напомним, что сама церемония-то пройдет 29 апреля. Предварительно пока в 7 часов вечера готовится трансляция. Но понятное дело, что время может измениться. Но самое главное, это дата. Это 29 апреля. Будет трансляция на YouTube-канале «Хоккей Беларусь». Совершенно точно. Ох, и силовой прием там Павлович применяет. Остановил он мой рассказ о церемонии. Мастрюкова оставил без шлема. Вот эпизод, да, было жестко. Но самое главное, что Мастрюков, все в порядке с ним, и на смену отправился довольно быстро. Еще одна передача, Кузнецов, пока без хэт-трика. Что творит Фомин в рамке и что творит Сергей Кузнецов? Как раз на льду находится 34 номер, и только сейчас Кузнецов поднимается. Здорово было бы увидеть повтор, но Кузнецову, конечно, от этого не легче. Да, Кузнецов продолжает там быть на льду, там то на колени садится, то опускается на локти. Но у нас первая коммерческая пауза во втором периоде. Уходим на рекламу. Весь апрель покупайте товары удачи и уже 3 мая участвуйте в розыгрыше суперпризов от Евроопт. Квартира в Минске 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей и 10 тысяч других призов. А покупка товаров Дарида или Йовата принесет дополнительный шанс на выигрыш одного из двух стильных кроссоверов Geely Cool Ray. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Да, продолжают здесь судьи смотреть какой-то момент. Ну, а я скажу, что мы просто шикарно идем сейчас в нашей трансляции. 4200 зрителей прямо сейчас в онлайне и 643 лайка. Вы представляете, мы уже во втором периоде перевалили очень конкретно за 1500. И я думаю, что при хорошем темпе можем до 1000 дойти и к концу второго периода. Почему бы и нет? Ой, здесь, в принципе, не тому же Андрею Антонову, не только ему бить рекорды. Понимаем, что у нас там было 800, но до 1000, я думаю, что, в принципе, можем вполне доскакать. Тем более, что 10 минут, 22 секунды остается играть в периоде. Судьи пока до сих пор смотрят кино, пытаются, я так понимаю, что просматривают момент с участием Кузнецова. То есть, что там произошло с нападающим Металлурга. Вот смотрим эту передачу Суворова, когда был шанс у Кузнецова оформить хэт-трик, и потом прилетело. По всей видимости, хоккеисту, там, возможно, по лицу где-то по касательно так задело, и поэтому были проблемы в кисти. Да, там на колени упал Кузнецов, а атака локтем 2 минуты. Я понимаю, Барковский там, наверное, отправится отдыхать сейчас, но едет Антонов общаться с судьями, это понятное дело, но пока никто, кроме него, со скамейки запасных не уезжает. Но вот я сейчас смотрю, это, наверное, Павлович будет, не Барковский, а Павлович. Ну и вот Андрей Антонов проводит свой 300-й матч за юность.
Да, было бы приятно Антонову взять кубок в этот юбилей, но понимаем мы, что и Жлобинский «Металлург» приехал на Минск-арену не просто так. И пока 2-0, красноречиво тому подтверждение. Еще раз смотрим момент. Здесь, мне кажется, можно отметить и то, как сыграл Фомин. Да, стеночка его тоже очень эффектно здесь смотрелась. Но для нас, наверное, и для всех нейтральных болельщиков, самое главное, что с Кузнецовым было все в порядке, а он уже на лед выходит, что интересно. Вместе с Пинчуком, Суворовым, Войтиковым и Волченковым. Гисаулов там общается с арбитрами и, понятное дело, требует разъяснений. Побольше 2 минуты получает. Ну а Дмитрий Кравченко выпивает водичку. Пока Дмитрий Александрович может быть более-менее спокоен. Пока все идет по плану его команды. Да, стоит отметить, что это первое большинство вообще в матче. Есть шанс еще один на «Металлурга» для того, чтобы увеличить преимущество. Там сразу Пинчук, Суворов, Войтиков, они собрались. Только круг, пообщались, понимаем, что жлобинская молодежь, от нее можно ждать чего угодно, тем более, что сегодня 2 шайбы мы увидели, поэтому вот такая спецбригада большинства, конечно, с Волченковым на синей линии, в принципе, наверное, все те, кто сегодня зажигают, они сейчас и появляются на льду в этом формате 5-4, поэтому важная точка, посмотрим, за кем она останется. Ну, кстати, подсказывают нам, что Александр Павлович, несмотря на свою довольно длинную карьеру, ни разу не был чемпионом Беларуси. Момент какой! Фомин выручает добивание. Еще один момент. Нет, шайба не попадает в ворота. Здесь уже Павленко хорош. Но довольно жарко было в самом начале этого большинства. Так вот, Павлович, ну, Павлович, сколько лет? 10, если не ошибаюсь, провел в Минском «Динамо». И вот ему сейчас 33, то есть где-то в 23 года он пришел в систему «Зубров». Поэтому, да, пока без чемпионства Павлович. Но вот сейчас у него есть неплохая возможность, чтобы поднять над своей головой кубок. Но понимаем мы, что забрать нужно как минимум 3 его команде и не пропускать ни одной. Но пока юность в меньшинстве. Здесь Суворов, пас по бортику на Пинчука. Параллельно уже происходит смена у жлобинского «Металлурга». Суворов, пас на Кузнецова, подставление. Пинчук, нет, не получается бросок у Пинчука. Но шайба остается за «Металлургом». Суворов. Суворов ищет, кому отдать. Может быть, даже бросить. Есть выстрел. Фомин на месте. Где же там шайба? Она под Кузнецом. Тут пас на Пинчука отдает. Да, очень хорошее большинство у «Металлурга». Здесь Волченков. Передача еще одна на Пинчука. Пока видим, что перекрыта линия броска для нападающего «Металлурга». Волченков, Пинчук. Ну, так понятно, что подскочила шайба перед крюком клюшки Пинчука. Поэтому довольно сложно было шайбу в зоне сохранить. Тем не менее, еще 40 секунд до появления Павловича. Поэтому времени у «Металлурга» предостаточно. Правда, меняется пятерка сейчас. И видим Мокрушев, Гаврус, Мастрюков, Тимирев и Соломонов. То есть модель довольно приличная, привычная тоже. И приличная. 4 нападающих и 1 защитник. Да, пока не удается здесь прочной шайбой завладеть жлобинчанам, потому что активно идут в борьбу игроки Минской юности. Но вот теперь, может быть, Тимирев. Пас на партнера. Доходит. Что интересно. Мастрюков. Дальше на Гавруса. Снова Мастрюков. Уходит глубже в зону. Пас наверх. Ух ты, бросок мог быть. Но Тимирев по шайбе как следует не попал. И здесь уже Дрозд на Кашкару, я так понимаю, пытался отдать передачу. Но шайба в клюшку 27-му номеру не прошла. Соломонов, здесь горошка, очень неплохая передача, Павлович на льду, поэтому первое большинство не реализовал «Металлург», но было очень горячо, ворот вспоминаю, еще один бросок, шайба видим в углу площадки оказывается, Мокрушев передачу точную не сумел сделать на эту связку, Соломонов Гаврус, поэтому уже шайба достается Минской юности и 8 минут до конца второго периода. Достанка. Бросок у нее не очень получается, но шайба остается за юностью. Вот как раз таки Павлович, который 2 минуты отдохнул на скамейке штрафников. Сейчас шайбой владел. Ропа. Нет, здесь не получается передача. Может быть, даже горошка ногами добавит. Отдает передачу на Шуринова. В контратаку уходит «Металлург». Бросок. Это блокируется. Добивание. Фомин на месте. Да, видим, что жлобинский «Металлург» идет по такому режиму. То есть одной шайбы за период. Сейчас, кстати, проброс, поэтому увидим еще одно вбрасывание около владения Леонида Фомина. Ну, понятно, что 7 минут 35 секунд. Вот смотрим еще раз повтор того эпизода, который был у жлобинского «Металлурга». Это Волченков был на синей линии. Передача на Суворова. Еще раз на Волченкова. Он его так заряжал. Там видим, что шайба металась. А на пятаке ворот Леонида Фомина. Но по итогу удалось Минской юности отбиться, потому что, понимаем, 0-3 в середине второго периода. Это было бы довольно комфортным преимуществом. И вот передача на Тимирева. Но только по шайбе 10 номер «Металлурга» не сумел попасть. Павлович получает шайбу на синей линии. Неплохо. Это ромба на скорости входит в зону, но против него аж четверо оппонентов. Ромба по треку. Пас на партнера, но Павлович не оказался там первым. Хотя шайбу отвоевал сейчас неплохо. 71 номер. Пинчук. Здорово. Здесь Суворов. Успеет или нет? Успевает. Пинчук. И это офсайд.
Да, положение вне игры. А это значит, что вторая коммерческая наступает у нас во втором периоде. Уходим на рекламу, скоро вернемся. Да, 7 минут и 1 секунд. Столько остается играть в этой 20-минутке. И теперь мы передаем слово на флеш-интервью. То есть он у нас будет в этом перерыве. Ребята, спасибо. У нас тут на арене 15-086 зрителей. И вот ребята приехали сегодня из Гомеля. Ребят, за кого сегодня Гомель? Как вы считаете? Мы сегодня приехали из Гомеля для того, чтобы поддержать свою команду. Потому что Гомель не вышел, но Металлург вышел. А Металлург – это наши братья. Поэтому мы приехали здесь поддержать их. Вот. Я из Гомеля приехал, хоть и нахожусь в невходящем положении, но я нашел время и приехал. Вот. Вообще, да, был ли вариант смотреть как-то дома? Нет, я 3 матча, которые были возможны, билеты купить в Гомеле, я их купил. Я приехал, ну а сегодня, когда нам выделили такую большую арену, здесь сегодня просто разгуляй поле для болельщика, поэтому нельзя было не приехать. Как думаете тогда, какой счет сегодня будет? Я надеюсь, что выиграет сильнейшая команда, понимаете? Я не говорю, что Металлург сильнее, но я не говорю, что Юность сильнее. Сегодня победит та команда, у которой больше везения и удачи. Отлично, тогда болеем за красивый хоккей. Ребята, вам слово. Спасибо большое, Наталья. Мы готовы продолжать смотреть хоккей. Вбрасывание остается за Мастрюковым. У нас 4400 зрителей в онлайне и 928 лайков. Что нам остается? 72 лайка до 1000. Шикарный показатель. Мы уже, если считать, побили рекорд 100%, а еще 6 минут с половиной играть во втором периоде. Но это космос. Да, здесь не только болельщики, которые на арене, но и болельщики на трансляции тоже, конечно, тоже добавляют и рекорды ставят. Поэтому сейчас брасы не увидим около ворот Самойлова. 6 минут 45 секунд еще играть в этом периоде. Понимаем, что здесь тоже увидели мы шайбу Кузнецова, которая позволила Металлургу увеличить преимущество в матче. Поэтому сейчас как раз Мастрюков против Китарова. Вот такая у нас борьба будет на точке брасывания. Но и вот как раз Самойлов по-прежнему голкипер Металлурга сохраняет свой ворот на замке. Вот здесь серия рикошетов. Самойлов. Шикарное спасение от голкипера из Жлобина. По-настоящему подтащил сейчас свою команду 29-й номер. Мы будем дожидаться повтора этого момента. Но там, во-первых, тяжело было найти шайбу в трафике. Это сделал голкипер Металлург. Вот, смотрим. Здесь сначала сейв щитком, а потом и Ганетинова добивание. Как же хорош. Как же хорош сейчас Самойлов был в этом эпизоде. И оставляет более-менее комфортное преимущество своей команде в 2 шайбы. На данный момент вот еще раз эпизод. Казалось, там то ли Мастрюков, то ли кто-то еще забыли Ганетинова на пятачке, но вратарь почистил. Соломонов здесь есть, в принципе, Полищук именно предлагает свои услуги слева. 87-й номер Металлурга, до станка. И здесь нет. Это, конечно, не свисток арбитра, это болельщики на арене. Полищук закрывает синюю линию, до станка, еще передача на Китарова. Да, видим, вот то активное давление Жлобинского Металлурга, которое сегодня просто большущие проблемы Юности доставляет. И почему команде Дмитрия Кравченко этим не пользоваться? Поэтому проброс. И вот здесь видим, Соломонов сцепился с кем-то из хоккеистов Минской Юности. Но здесь судьи вновь успевают. Это до станка, кстати, был. Но понимаем, что да, вот, наверное, как раз третий период в плане таких эмоций будет еще более жарким, горячим. Поэтому такие потасовки, я думаю, это никакая не редкость. Да, безусловно. Ну и вот плакат уже, где взять такую розовую майку, как у Дмитрия Кравченко для моей жены. Да, ну, майка действительно шикарная была. Я так думаю, что вообще эта майка в единственном экземпляре была именно для Дмитрия Кравченко. Ну, может быть, вот этот... Ух ты, момент какой сейчас у ворот Юности. Может быть, медиа-служба Жлобинского Металлурга и в продажу их запустит, увидев, что довольно большим спросом они не пользуются, учитывая то, что и цитаты, майки с цитатами Дмитрия Кравченко были в продаже. Это и шматочек сала, и другие там майки. Поэтому почему... Шикардос, поэтому почему бы и нет? Я думаю, что это вполне возможно. На самом деле, да, заходная тема. И тем более, если, например, Жлобинский Металлург станет чемпионом, то так далеко забегать не будет. Я думаю, что там может, в принципе, культ личности Кравченко быть в Жлобине. Сейчас сбрасывание в средней зоне. Видим, что эта мини-дуэль остается за Металлургом. Момент у Юности. Бросок заблокирован. Здесь
очень вовремя успевает Киевский Металлург клюшку подставить. Если не ошибаюсь, это Громович был либо Воронов. В любом случае, кто-то из этой связки. Барковский. Еще одна передача за ворота на Кашкара. Но Кашкар за шайбу не цепляется. Поэтому видим, что случается потеря Минской юности. Да, выходит шайба из зоны. Здесь Воронов первая. Там Шуринов его поддерживает. И даже Криншталь третьим подключается, но пока вот Шуринов. Там Воронов, кстати говоря, ушел на смену. Тимирев появляется. Постепенно пересменка происходит. Тимирев получает шайбу на своей синей линии. Дальше Мокрушев. И уже из-за ворот стартует 14 номер. Но да, здесь еще определенное время выигрывает для своих партнеров, которые уходят на смену. Тимирев на скорости хорошо вошел в зону соперника. Какой обыгрыш Тимирева! Бросить, правда, не дал Фищенко, но все равно было интересно. Момент у Мастрюкова. Но блином играет Фомин в этой ситуации. Кузнецов пропускает шайбу на Купчихина. Бросок от синий, подставление. Фомин на месте. Добивания там нет. Не будет добивания. Но в любом случае был довольно остров. Да, понимаем, что плюс еще и скамейка ближняя для Металлурга. Поэтому по ходу этой атаки успевали меняться. Игроки Жлобина. Это бросание около владения Леонида Фомина. Потому что здесь опять же юность просто отправила шайбу на скамейку Металлурга. Ну и вот Сергей Дрозд крупным планом. Опытнейший, конечно, хоккеист. Но сегодня видим, что его тоже выключают. По сути, Дрозда мы не видим. Пинчук на точке бросания против Брикуна. По всей видимости, вот такая у нас будет мини-дуэль. Ну и все чаще и чаще показывает, конечно, тренерский штаб юности. Они что-то пытаются придумать. Ну еще момент может получиться. Передача на Суворова. Бросить не позволили. 55-му номеру. Вновь шайба Суворов. Вот такой наброс. И еще одно подставление. По итогу шайба не долетает до Фомина. Демченко. Бросок на месте Самойлов оказывается. Брикун первый на шайбе. И сразу же передачу на Демченко отдает. Здесь пытается выцарпать шайбу из-под борта. 10-й номер юности удается это сделать. Демченко! Демченко! Не дали бросить. Было опасно, но здесь снова все в пределах правил. Вот, по сути, связка, которая сегодня реально в Минской юности работает, это пальчик Демченко. То есть этих кистов, мне кажется, на двоих соорудили очень много моментов. Но здесь плюс, наверное, игру Самойлова стоит отметить, который не позволяет юности выйти вперед. Волченков здесь не сумел вывести шайбу из своей зоны. Не проходит передача. Хотя там видно, что дежурил Павленко совершенно один. Был 15-й номер юности, но до него шайба так и не дошла. Новозавик. Бросок от синий пытается совершить. Ух ты, там Суворову шайба в лицо попадает. Уходит на смену 55-й номер. Будем надеяться, еще появится на площадке. Гайнетдинов пытается найти бросок, но этот выстрел блокируется Пичком. Шайба там улетает, да, в заградительную сетку. Поэтому будет вбрасывание у ворот Самойлова. Не знаю, покажет ли нам момент с Суворовым, но вот здесь смотрим. Демченко как нашел для себя момент. Да, здесь его и Гаврусь пытался придержать, и Пинчук, но нашел позицию для себя Демченко. Правда, бросить все-таки уже не сумел. Но еще раз уже с другой камеры смотрим. Здесь, наверное, Пинчуку стоит отдать должное. До конца доборолся 51 номер и приподнял клюшку Демченко в самый нужный момент. Да, еще одно бросание около владения Жлобинского Металлурга. Всего 3 минуты 41 секунду остается играть в этом втором периоде, который в режиме лайф остается как раз за Жлобином. Войтиха в точку не сумел выиграть. Гайнетдинов. Шайба на синей линии оказывается. Но вот, по сути, видим, что вариантов-то немного. Павленко. Павленко здесь сразу его Войтихов упекает. Павленко лезет на пятак, режет угол. Но опять же видим, что дорабатывают жлобинчане. И по итогу шайба, видимо, оказывается сейчас неподалеку от владения Леонида Фомина. Там Полищук включился. И видим, что первым на шайбе по итогу оказался нападающий Металлурга. Гайнетдинов там здорово корпус поставил, надо отметить. Поэтому и оттеснил, наверное, Полищука от этой шайбы. Сейчас юность в атаке. Снова Гайнетдинов уходит в центр. И это 2 минуты. Первые 2 минуты в этом поединке. Войтиков здесь разводит руками. Но, конечно, мне кажется, спорить бесполезно. Отправится отдыхать 95-й номер Жлобинского Металлурга в этой ситуации. Но, мне кажется, 2 минуты без вопросов. Да, здесь большинство первое для Минской юности. Это, конечно, шанс, который замаячил на горизонте для коллектива Евгения Исаулова. Ну вот здесь Войтиков просто ногами не успел, мы понимаем. Ну вот так ставил клюшку, можно сказать, ну не в ноги Гайнетдинова, но зацепил нападающего Минской юности. Сейчас довольно важное испытание, понимаем, для жлобинчан. И тут понятно, одним нужно отбиваться, другим нужно забрасывать. Поэтому посмотрим, что по итогу будет. В любом случае, почти до конца периода придется играть в меньшинстве Металлургу. Там чуть более 1 минуты останется до сирены. Кашкар выигрывает бросание юность. Кашкар! Антонов! Кашкар готовит бросок минчане. Кашкар еще раз на Антонова. Вот такая пушка. Отскок от лицевого борта. Самойлов здесь. Шайба ему в конек угодила, но благо, что не оказалось за ленточкой у ворот. Антонов, пас на Кашкара, бросок касания, но здесь не очень получился выстрел.
Подбирает шайбу Павлович. Дрос. Снова Антонов. Можно бросить от синий. Подкатывается ближе Антонов. Вот теперь выстрел. Самойлов без отскоков эту шайбу забирает. 2:33 у нас до конца второго периода. И полторы минуты ровно еще сидеть Войтикову на скамейке штрафников. Да, вот смотрим еще раз повтор этого эпизода. Бросок Антонова. Здесь было, конечно, очень опасно и неприятно для Самойлова. То есть с большего казалось, что контролирует этот отскок. Но шайба попала ему в конек. Мы вот видим крупным планом теперь голкипера Злобинского Металлурга. Еще одно бросание. Дрозд против Соломонова. Видим, что эта мини-дуэль остается за Металлургом. Но все-таки Павлович эту шайбу для своей команды выцарапывает. Павлович. Не меняется эта спецбригада большинства. Павлович. Еще бросок. Самойлов щитком правой ноги здесь работает. А вот Воронов, конечно, немного перемудрил, замешкался и шайбу из своей зоны вывести не сумел. Павлович. Ой, Павлович выводит шайбу из зоны, к сожалению, для своей команды. И здесь, правда, Соломонов не сумел зацепиться, а может быть сейчас удастся. Да, Соломонов шайба лезет на ближнюю. Ты Фомина увозит к другой штанге, но шайбу оставляет там за воротами. Продолжается игра у ближнего борта. Здесь Брикун выходит победителем из борьбы. Но все равно отмечаем, что довольно опасный момент удалось создать Любичанам. Они сейчас навязывают борьбу на своей синей линии. Не дают спокойно выйти в зону. Здесь даже Криштель, казалось, мог уже и шайбой окончательно завладеть, но не срослось. Да, здесь Демченко, если не ошибаюсь, набирает ход. Демченко очень опасно. Может получиться, но видим, что по итогу передачи делает Демченко. А мяч сам пытался сместиться к синей линии, что здесь это Лозовик, по всей видимости, на вершине работает у юности. Фищенко. И еще одна передача на синюю. Понимаем, что через 15 секунд будет на льду Войтиха. Здесь Волченков отправляет шайбу за ворота Леонида Фомина. Высока вероятность, что это большинство минская юность не сумеет реализовать, потому что вот-вот и будет полный состав у Металлурга. Да, но пока в зоне соперника минчане снова пытаются расставиться. Гайдина. Но мы слышим, как Металлург кричал, бросок штанга, добивания не будет, и по треку шайба выходит из зоны. Здесь Лозовик коснулся шайбы, поэтому не будет проброса. И параллельно с этим успевают меняться хоккеисты Жлобинского Металлурга и обратно сооружать вот эти оборонительные построения свои, которые в этот раз не удается преодолеть минской юности. Гаврус может быть там первым на шайбе. И отвоевывает ее. Пас на партнера. Тимирев. Бросок на месте Фомин. Добивание. Где же там шайба? Гаврус. Еще один выстрел. Мимо ворот. Тимирев. Не получается бросок. Мокрушев теперь бросает. Но здесь уже Китаров принимает шайбу на себя. И она там улетает за пределы площадки. Сколько? 3-4 броска подряд. У Металлурга все опасны. Но все они мимо нужной цели. Да, как раз в этой паузе у нас есть что смотреть. Здесь вариантов нет. Чистая штанга после броска Гайнединова. Только отметим, наверное, работу Китарова на пятаке. Он экранировал, мешал Самойлову. Но здесь каркас ворот играет на стороне. Металлургов, а здесь уже ответка, которая могла прилететь. Жлобинчан, то есть, да, три броска, Тимирев. И потом еще и Мокрушев. Но здесь уже защитник Металлурга подстрелил Китарова. Всего 22 секунды, даже почти 23 остается играть. В этом периоде видим, что эта мини-дуэль, хотела сказать, останется за Металлургом, но там видим, что первое предупреждение как раз Пинчуку. Да, придется отмотать здесь 1,7 секунды арбитром. Да, все возвращается на круги своя, и поэтому можем продолжать эту игру. Пинчук уступает на этом вбрасывании Робби, и Барковский передачу поперечную делает на Винограду. Не так быстро, наверное, развивается атака юности. Она еще и завершается на красной линии. Там Пичука чуть за борт не выбросил сейчас Виноградов. Но где-то в полупозиции остановился Виталий на пути к лавке своей команды. Здесь не получается передача. И уже все. Да, завершается у нас вторая 20-минутка. В ней также отличился Сергей Кузнецов. Помним мы тот выход 2 в 1 с Пинчуком. И да, не без доли удачи, но все равно Кузнецов оформляет пока на данную минуту дубль. Возможно, будет хитрик, но об этом мы узнаем уже в третьей 20-минутке. Пока же мы скоро совсем сможем передать слово Наталье на флеш-интервью. Там будет Герман Пироговский, ну и как раз передаем слово. Спасибо, коллеги. Итоги второго периода подводим с нападающим минской юности Германом Пироговским. Герман, ну, что идет не так? Не можем подержать шайбу в зоне атаки. Нужно побольше бросать, полезть на ворота, и все получится. Мешает канадский размер площадки? Все-таки вы к нему не привыкли? Да нет.
И мы, Металлург, в равных условиях. В принципе, нормально все. Я же говорю, нужно больше полезть на ворота, больше побросать. А сейчас что мешало, если делала два периода? Вроде бы лезли, бросали, но создали неплохие моменты, но нужно продолжать в том же духе еще больше. Терять уже нечего, только вперед и все. Атмосфера чувствуется или полностью на игре? Да, атмосфера великолепная, здорово. Чувствуется. Мандража нету? Нет, мандража ни в коем случае нету. Седьмая игра уже в плей-офф, ну, в финале. Никакого мандража. Хорошо, удачи в третьем периоде. Итоги второй 20 минутки подавайте лишь нападающим Минской Юности Германом Пироговским. Коллеги, вам слово. Второй перерыв и второй гость в этой студии Максим Слыш. Макс, добрый вечер тебе. Добрый Тот вечер. Же вопрос задам, что и Ярославу. Как тебе атмосфера? Атмосфера, на самом деле, мне кажется, даже лучше, чем на «Динамо» Минск. Не очень... говори так, пожалуйста. Нет, ну на самом деле нет. Просто очень радостно за чемпионат Беларуси, что вот такая атмосфера. То есть очень приятно наблюдать столько людей, особенно болельщиков из Жлобина, которые приехали огромным, я знаю, количеством там. Поэтому, конечно, и люди, все, мне кажется, с огромным удовольствием получают от этой игры полное удовлетворение. Да, значит, по жлобинским болельщикам их слышно, да? Прям такое ощущение, что это домашняя арена, они очень активны, они умеют болеть. Поговаривают, что 14 автобусов приехало из Жлобина, 17 автобусов приехало из Жлобина. Настоящие хоккейные, да, традиции. Я уверен, что к этим 17 есть еще люди, которые своим ходом добирались. И это видно, очень здорово, что так в белорусском хоккее, как в континентальной хоккейной лиге, но, конечно, в целом, конечно, есть куда расти с точки зрения культуры, там, боления, да, и прочее. Все-таки, да. Но, опять же, этот седьмой матч может хорошее положить начало, да, для людей, которые, может быть, кто-то сегодня в первый раз пришел на хоккей, да, он увидит, что это очень увлекательный, эмоциональный спорт, где можно получить удовольствие. Давай по хоккейным темам немножко поговорим. Вторые 20 минут, счет уже 2-0, Кузнецов автор дубля. Что не получается у Юности и в чем преимущество Металлурга на данную минуту? Ну, если так посмотреть объективно, со стороны болельщика, смотря или специалиста, как лучше разбирать? Давай специалиста. Если со стороны специалиста, то, если честно говоря, мне кажется, больше энергии, азарт, желание победить именно наблюдается у хоккеистов Жлобина. Они четко выполняют, я понимаю, тренерскую установку. Видно, как они очень быстро переходят от обороны в атаку. У них прямо молниеносно, что показал гол. Малейшая ошибка, они бегут. Еще было у них очень много моментов именно в контратаках. Они четко, хорошо играют, контролируют хоккеистов Юности. То, что сказал Пироговский, их просто не пускают хоккеисты Жлобина лезть на пятак. Поэтому идут потери и сразу же очень быстрый выход, контратак. И так и получился гол. Правильно ли я понимаю, что Жлобин немного несвойственной для себя манере играет? Играет как бы вторым номером, но вот если так присмотреться, немножко от оборонки, но все время ждет свою контратаку и они, сразу же убегает. Да, разжимают, так сказать, пружину очень быстро. Ну и потом, когда они контролируют шайбу в зоне, это тоже четко, хорошо видно, как у них проходит. У Юности, как даже вот сам Кислин сказал о Пироговске, что нет у них нацеленности такой на ворота. Были хорошие моменты, но создают буквально полторы-тройки на самом деле. Нет такого, что как у Жлобина больше как машина работает четко и более нацеленность на ворота у них просматривается. У ребят в Юности, я говорю, играет ну, 4-5 человек очень хорошо, которые прямо выделяются на фоне остальных. Кто это, на твой взгляд? Прежде всего, наверное, тройка Китарова. Они хорошо, они и прессингуют, и стараются более, наверное, играть друг на друга. Может быть, у них нет какой-то сыгранности в тройках, потому что добавляются люди тоже. Там Раисов сегодня не играет. И где-то по-другому пропускал прошлую игру Кашкар. В этой играет. Может быть, где-то какая-то у них недопонимание. Хотя видны потери. Они входят в зону. У них одна и та же комбинация. Вход в зону. Улитка на полборта. Они запускают ее в обратную сторону, в трек. Там уже хоккеисты Жлобина их давным-давно уже ждут. Они все четко знают, что делать Юность. Юность ничем не удивляет. Я думаю, что Кравченко и его... тренерский штаб проделали огромную работу, то есть видно, что они готовы к этому всему, и у Юности не так много хороших моментов. Хотя моменты были в этом периоде очень хорошие для взятия ворот. Вот штанга бросок был, потом еще бросали, тоже накрывали ребят. Несколько раз вратарь хорошо сыграл. Они стараются, я не скажу, что плохо, но стараются очень малое количество нападающих.
Приятно слушать, Макс. Я знаю, что ты все-таки для тебя юность родной клуб, да? Клуб, который тебя воспитал, клуб, в котором ты провел свои отличные такие годы, в том числе чемпионские. Но ты объективно смотришь на хоккей и, ну, раз такая ситуация, не боишься где-то и... Ну, нет, я скажу правду, на самом деле я и перед игрой сказал, что сегодня победит, если у юности есть характер, то чем всегда команда и отличалась. То есть, если сегодня они сейчас, у них еще 20 минут, это очень, на самом деле, много для хоккея, что они, в принципе, в каждой игре подтверждала юность. Они проигрывали 6-2 и догнали, там, 6-5 стало. Сегодня всего лишь две шайбы нужно отыграть за 20 минут. То есть, я в это верю. Вот был Ярослав Чуприс, он, когда пришел к нам в юность, мы проигрывали в Гродно 3-0 после двух периодов. Выиграли ту игру 4-3. Он зашел в раздевалку и сказал, говорит, я понимаю, что так только могла сделать одна команда. То есть я верю в то, что у них есть 20 минут на то, чтобы исправить и победить. Ну, вообще, да, волевые третьи периоды выдавала минская юность, соглашусь с тобой, но надо понять еще и тот факт, что юность забрасывала свои шайбы в третьем периоде, ну, часть из них приличная в большинстве. Сегодня мы видим, игра почти без удалений, по большому счету, вот дважды команды играли в неравных составах, по две минуты получили игроки юности и Металлурга. Как тебе кажется, здесь больше уже вопрос концентрации и дисциплины со стороны игроков, или все-таки уже судейский корпус, знаешь, как говорят, как в овертайме, ну, то есть решающая игра, уже будут давать играть, насколько это возможно? Ну, я тоже думаю, здесь, конечно, дисциплина в первую очередь будет решать вопрос, потому что любое сейчас удаление неоправданное, если оно изменит счет на табло, как одна команда или вторая забьет, это, конечно же, сразу может как в одну сторону юности дать энергию, они добавят, и им будет легче сравнять счет. А если, конечно, забьет Жлобин 3-0, ну, наверное, очень будет тяжело отыграть. Поэтому, конечно же, ну и судьи, они молодцы, дают сегодня играть, честная мужская игра. Сегодня приятно наблюдать за именно силовой хоккей, показывают команды, прокатов практически нет. Но лично я вижу, что большей частью, когда идут в отбор шайбы после силовых единоборств, Жлобин выигрывает больше единоборств. Но, опять же, да, за этим и преимущество жлобинской команды. Давайте посмотрим второй гол, который в этом периоде был заброшен Сергеем Кузнецовым, автором дубля. Сергей, очевидно, идет к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром «Металлурга» в истории в рамках одного плей-офф. Здесь все, как ты говорил, такая контратака. И буквально не успевают игроки юности. Ну, они пошли закрывать зону. Один не прочитал ситуацию. Не знаю, как в этой ситуации. Наверное, тренеры всегда говорят, как правильно действовать. Но мне откатывая защитник, возможно, он бы лучше кого-то заранее взял, либо дальнего, либо здесь помог он Кузнецову, остановил шайбу. Тот бежал, конечно, хорошо на дальнюю, и получилось. Вот здесь они, непонятно, один закрывает, второй не страхует, не попадает по шайбе. И 4 контратака за остались. Да. Ну, вот здесь, говорю, непонятно, как должен был действовать защитник. Опять же, говорю, каждая команда договаривается с вратарем, как действовать лучше при таких ситуациях. Чистый выход 2 в 1. И все-таки и пас проходит, получается. Защитник не помешал ни бросить, ни сделать, если бы он бросил, забил. И пас прошел. Ну, чуть-чуть, конечно, и повезло, что не повезло Виноградову, повезло больше Кузнецову. То, что после передачи шайба дошла в итоге до него. Ну, Пинчук молодец, сыграл хорошо. Он даже не показывал головой, что будет отдавать передачу. Смотрел на вратаря. Ну, да. В любом случае, гол 2-0. Ладно, давай от этого матча отвлечемся. Вернемся в матч, тоже седьмой матч, финал. У тебя два седьмых матча было в финале, 9-й и 10-й год. Один из них здесь, в Минск-арене. Да. Против солигорского «Шахтера» ты играл, против Ярослава Чуприса. Да. Тогда ты забил гол. Вы сыграли в основное время 1-1 и в овертайме выиграли. Какие у тебя впечатления, эмоции, вот, ассоциации с тем днем? На самом деле, когда сейчас пришел на игру, сразу, наверное, такое чувство было замечательное. Вспомнить, как это было, прям, честно, хотелось бы оказаться в этот момент на льду и испытать эти эмоции еще раз. Наверное, говорю, никогда не устанешь побеждать. Сегодня для тех ребят, кто победит, это будет праздник и запомнится на всю жизнь. Все-таки при таком количестве зрителей, при таком ажиотаже, на самом деле, который сейчас создается вокруг хоккея, я думаю, все, конечно же, останутся просто очень сильно довольными. На всю жизнь это остается. Поэтому я только с таким могу воспоминанием, прямо приятно, что, можно сказать, дрожь
Раскрой секрет, Макс. Ну и опять же, если из своих пяти вспомнишь конкретно, какое чемпионство было в этом году, 2010 год, седьмой матч в Минской арене, победа в овертайме. Где отмечали? Где, как это было? Не знаю, не вспомню точно, где пошли в эту ночь. Знаю, что на следующий день поехали всей командой сразу с утра на шашлыки. А, за город куда-то, да? Да, сразу всей командой в очаг. Вот это точно помню, что мы там все собрались в очаге на выезде из города. Точно, да. А где ночью были, не знаю. А, наверное, на шайбе. А, ну тогда еще, тогда, да? Тогда все ходили, наверное, на шайбу. Скорее всего, точно было там. А, интересно. Но опять же, ты все чемпионства помнишь, как отмечали? Или это все равно стирается с годами, хоть и эмоции яркие? Да нет, наверное, так, если начать задумываться, наверное, можно будет вспомнить. Особенно, если кто-то подсказал бы, точно сразу бы вспомнил, играл, как бы, да? Было, да. Потому что сразу эмоции в раздевалке, там уже больше, наверное, раздевалку проще вспомнить, чем куда-куда пошли уже потом команды. Саня Китаров тоже принимал участие 3 раза в 7 матчах. По сути, это 9-10 вместе с тобой год. И сейчас для него, ну, это довольно, ну, такое, скажем, ну, тоже, ну, история, да, то есть довольно большое достижение. Андрей Антонов играл, ну, тогда против за Шахтер. Есть еще игроки, которые зацепили это количество лет, в том числе и ты в этом сезоне тоже выступал, но большинство все равно закончило, да, уже все-таки, да. Это уже давние воспоминания, многие стали тренерами, многие стали руководителями клубов, но сейчас давай с тобой как раз о них и поговорим, и о тренерах, и руководителях, и об игроках, имею в виду церемонию закрытия сезона, которая 29 апреля состоится. На твой взгляд, задам тебе нестандартный вопрос, на твой взгляд, опять же, учитывая твою, ну, такую сильную аналитическую базу, кто лучший тренер в экстралиге? Топ-3. Лучшего не буду называть, но вот, ну, 3 лучших тренера. Я думаю, никто не обидится. В этом сезоне с лучшей стороны себя конкретно проявил Дмитрий Кравченко. Он собрал состав под себя, делал. Я знаю, что ребята собрались 15 июня. Наверное, своей работой и трудом, все, что он в ребят вложил, они показывают именно сегодня, здесь, на Минск-арене. Потом, наверное, мне больше всех понравился, когда преобразилось Гродно после прихода Андрюхи Коршунова. И как бы я ничего против Летова, я очень хорошо к нему отношусь, очень хорошо его знаю, но для меня немножко стало неожиданностью то, что они поменяли тренера. Вот. Но еще кого-то выделять, наверное, все-таки Витебск с Юпатовым сделал огромный шаг, значит, тренер сделал тоже хорошую работу, провел. То, что команда так выступила, тоже, я думаю, его заслуга есть. Угу. Давай тогда... опять же, не хочу спросить у тебя, кому можно вручать приз имени Руслана Салея. Это лидер на льду и раздевалке. Но, на мой взгляд, ты просто можешь... Ну, ты как бы поскромничаешь. Но, на мой взгляд, это Михнов, Антонов и Слыш. Ну, как бы люди, которые ведут за собой не только на льду. Это тоже надо понимать, что это большая работа. Поэтому от этой тройки отойду, чтобы ты не выглядел нескромным. Поэтому уйду на поколение вообще далеко. Знаю, что ты много общаешься с молодыми игроками. Много своего времени им уделяешь. На твой взгляд, лучшие молодые игроки в этом сезоне топ-3? Тяжело, на самом деле, особенно про раздевалку, если будет про кого-то сказать, потому что в раздевалке все-таки даже молодые ребята некоторые могут, то есть Ильюха Усов вообще доказал полностью, что и в 20 лет можно стать капитаном и лидером. Я знаю, что он точно так же к нам приехал, и он в раздевалке тоже, то есть сразу не стесняясь, попытался показать, что он... Но Ильюху сложно в паре матч экстралиги, как бы там пару матчей. Да, но все равно я имею в виду, что он пришел в раздевалку и показал себя. Те же Суворов, Пинчук были в раздевалке, когда у нас оказывались. Они, то есть, не тушевались, брали на себя, потому что они понимали, что и на льду от них ждали именно лидерских качеств. Поэтому там, я не знаю, как они ведут себя в Злобине, в раздевалке, но думаю, что и там, потому что они сейчас лидеры на льду, то и в раздевалке вряд ли они там стесняются, то есть они... способные ребята повести за собой. Угу. Испытываешь ли ты гордость за Кузнецова, Суворова и Пинчука, с которыми тебе удалось, ну, немножко где-то и свой совет дать? Больше всего меня испытывает радость то, что эти ребята сейчас реализовывают себя. И мне больше обидно, как бы не было, то, что они очень много времени провели вне льда, не играя, не подая в заявку «Динамо». Считаю, что здесь бы они получили намного больше пользы. Угу. И на самом деле больше бы смогли развиться.
чем проводя время вне хоккея. Хотя там большой шаг они сделали тоже. Угу. Соглашусь с тобой, Макс, мы уже с тобой в жанре комментаторов, потому что начался хоккей, картинка со льда. Поэтому будем передавать слово комментаторам. Это был Максим Слыш, а дальше продолжим трансляцию Тимофей Иванчиков и Данил Дыдко. Да, мы на Минск-арене продолжаем матч юности и Жлобинского Металлурга. Вот такой бросок сейчас поворотом Самойлова, но шайба, видим, не долетает до голкипера Металлурга. Это, кстати, Гайнединов наносил бросок. Это человек, который, по сути, проверил на прочность каркас ворот Металлурга во втором периоде, но все-таки первую шайбу для юности не сумел организовать. Да, пока борьба продолжается у нас у ближнего борта. Победителями из него выходят слубинчане. Здесь удастся ли? Да, удается выйти из-под давления. Неплохую скорость набирает сейчас Мокрушев, но быстро его обешайбили. Здесь уже контрвыпад на ворота Металлурга. Может быть, Гайнетдинов. Нет, падение Гайнетдинова случается. И теперь уже Пинчук входит в зону соперника. Скидка Кузнецову. Кузнецов, бросок. Блокируется выстрел. И шайба взмывает у нас в заградительную сетку. Здесь состав юности на ваших экранах. Сцепились Суворов и Достанко. Да, 46-й номер это был. Но до кулачного поединка здесь ничего не дошло. Смотрим момент, который вот у Кузнецова вырос перед самой этой паузой. Ну, хорош лазовик, что сказать. Да, бросание сейчас около владения Минской юности. Дрозд против Пинчука, если не ошибаюсь. У меня такая у нас мини-дуэль. Поэтому посмотрим. Это бросание остается за Металлургом. Кузнецов сразу на синюю. Вот такое подставление. Здесь немного дезориентировало. Это, конечно, Леонида Фомина. Тем не менее, справляется голкипер Минской юности. Будет еще одно бросание около его ворот. Ну и вновь себе Пинчука крупным планом показывают. Здесь понятно, что довольно часто будет атака тоже Жлобинскую тройку нам выводить. И видим, что Пинчук даже выигрывает бросание с таким, можно сказать, каким-то полуброском по воротам Фомина. Момент еще один. Да, здесь забыли Суворова на пятаке, и Фомин выручает юность. Да, составы Жлобинского Металлурга сейчас на ваших экранах. Но вот довольно интересно. И Пинчук там вперед вбрасывание выигрывает себе. И сейчас момент был довольно неплохой. Достанок там что-то нехорошо. Нужна ему помощь партнеров, как минимум, может быть, даже и врача. Но это, наверное, уже решает уже на лампе. А вот повтор момента, который был прямо перед этой остановкой игры. Да, Суворов снова там какая-то, я не знаю, тактическая ошибка, какая еще спустился, короче говоря. Дрозд это был в угол, и поэтому остался Суворов один на пятачке. Там уже пришел, конечно, Пироговский, но это было после того, как Суворов нанес бросок. Попади чуть лучше, и вообще становится 3-0. Ну а пока же вбрасывание это остается за юностью. Роботом конечком себе помог и оставил шайбу за своей командой. Действительно, шайба мимо створа ворот прошла, и это проброс. Видим, что по итогу дробится старт этого третьего периода на мелкие отрезки, поэтому очень много пауз. И еще одно вбрасывание будет около ворот Минской юности. Вот здесь видим представителей Жлобинского Металлурга. Да, здесь Андрея Павловича нет, директора, но я думаю, что он точно не скорее находится. Да, Андрей Павлович в биплоне сидит, но в другой. Я вот вижу его со своей позиции. Но вот не в этой ложь. Но сейчас Соломонов вылезал на дальнюю штангу, но не забросил. Войтиков вступает в борьбу с Павловичем. И здесь Павлович сильнее. Кажется, правда, Войтиков-то хорош, до конца доборолся. Фомин выручает. В этой ситуации где-то в его экипировке там шайба осталась. Ну вот видим мы с самого начала третьего периода. Здесь такая взрывоопасная у нас ситуация. И Суворов там с Достанка что-то не поделить. Здесь уже Павлович, Ромба и Войтиков с Соломоновым немного сцепились. Но пока все это в каких-то рамках, без кулачных боев. Не знаю, мне кажется, что все-таки буду стараться удерживать себя команды. До сборочных участков у нас вряд ли дело дойдет. Да, тем более это точно не нужно Жлобинскому Металлургу. Возможно, как-то заведет Минскую юность, но удаляться, конечно, Металлургу точно не надо. Ну и здесь Михаил Грабовский и Евгений Ворсин, экс-председатель Федерации хоккея, в свое время он возглавлял ВКБ. Ну и Михаил Грабовский сейчас генеральный менеджер сборной Беларуси. Понятное дело, что вообще весь свет белорусского хоккея, он именно здесь, в самый главный матч сезона. Что ж, поэтому резонно, что не только Крабовского мы сможем увидеть здесь. Пока Демченко неплохо скорость набрал. Если бы шайбу еще хорошо подработал, вообще было шикарно. А так до броска дело не довел. 10-й номер. И снова у нас эта атака свалилась в борьбу у борта. Пальчик. И еще одна передача на синюю не проходит. Здесь очень здорово Суворов работает. Но пальчик в любом случае
Зона сейчас закрывает Мокрушев. Есть Кузнецов, есть Пинчук. Ну и вот выход 3 в 2 вырисовывается у Металлурга. Суворов и еще передача на Кузнецова. Но здесь понятно, что не лучшая по качеству. Поэтому довольно сложно Кузнецову было оказаться первым на этой шайбе. Да и вообще, в принципе, оказаться на ней. Но пока Кузнецов здесь пытается от Брикуна уйти. Не удалось, правда, этого сделать. Неплохо. Демченко на пальчика, но пальчик... Нет, борется, конечно, пальчик до конца, но шайбу не получает. Здесь опасно было, могли свистнуть 6, но не случилось этого. Тимирев. Тимирев лезет на ближнюю. Нет, моментом выручает, и шайба уходит за ворот. Здесь еще одна передача на вершину у Металлурга. Вот такой наброс. Здесь, опять же, серия рикошетов. Мастрюков первым на шайбе оказывается в углу площадки. И бросок. Правда, шайба в Китарова попадает. Габрус сейчас ее подхватывает. И видим, что по треку играет защитник Жлобинского Металлурга Гайнединов. Снова Виноградов уже на дальнем борту. Передачу Китарову отдавал, но там Волченков сыграл довольно плотно и шайбу на какое-то время перехватил. Павленко, Китаров. Пока минчане все-таки владеют шайбой. Гайнединов. Снова Барковский. Дальше на Павленко шайбу уходит. Китаров пока поменялся. Там Дрозд вместо него появился на площадке. И минчане продолжают вот эту затяжную позиционку. Павленко пытался в ближнем засунуть, не получилось. И здесь уже нет. Да, все, шайба выходит. Там Барковский поднял конек. И из-за этого шайба покинула зону. Здесь, конечно, не будет никакого проброса. Виноградов играет сразу, видимо, на Барковского. Но тут передача, откровенно говоря, безадресная. У защитника юности Громович подхватывает ее со своими воротами. Почти 4 минуты команда отыграли. Здесь Самойлова сносят, но видим, что удаления не будет. Полищук, Войтков, но это положение вне игры. Немного поторопились жлобинчане с входом в зону, поэтому будет бросание в третий. Да, понятное дело, свистят здесь болельщики Жлобинского Металлурга, но остается момент этот без какого-то пристального внимания главных арбитров. Самойлов, что интересно, сейчас пока до конца вот этого все досидел на колене. Да, понятно, что неприятно для него. Вопрос, наверное, готов ли он был к этому моменту, потому что там, вот, мне кажется, все-таки Кашкар уже падал за пределами зоны видимости Самойлова. То есть спиной располагался голкипер к форварду юности. Но в любом случае видим, что Самойлов на ногах. И похоже, что все в порядке с ним. Это самое главное. Да, Пироговский еще одна передача. Видим, как глубоко Антонов оказывается. Здесь, правда, без шайбы его Купчихин оставил. Правда, потом под силовой прием попадает защитник Металлурга. Здесь пытается, видимо, взвинтить темп Минская юность. Потому что время-то идет, но опасных моментов реальных нет. У Владения Самойлова здесь Дрозд набирает скорость. Но вот попытка сольного прохода. Понятно, что здесь его останавливают жлобинчане. Ну и Волченков первый на шайбе. Получит силовой прием применять. Но это пока не помогает его команде закрепиться в зоне. А вот теперь уже помогает, но довольно быстро получил шайбу, потерял. Момент у ворот Фомина. Бросок мимо цели, летит шайба. И здесь Тимирев оказывается первым на подборе. Но его передача не самая точная. Поэтому уже в форчек приходится перестраиваться. Сейчас хоккеистов Металлурга. Габрус будет здесь первым, скорее всего. Да, шайбу получает 19 номер. Но тут же в борьбу вступает соперник вместе с ним. Габрус, нет, шайбу теряет. По итогу Минская юность зону покидает. Да, меняются подопечные Есаула. Они в полном составе, но все равно появляются новые силы у минчан. Это и Антонов, и Барковский. Кстати говоря, сейчас вместе играют эти защитники. Но им сейчас встречать атаку Металлурга. Бросок, с которым справляется Фомин в данной ситуации. Здесь Барковский тут же оттесняет от своего голкипера оппонентов. Но все спокойно. Здесь даже до какой-то большой словесной перебалки дело не дошло. Да, еще одно бросание будет около владения Минской юности. Там как раз Громович и Барковский. Да, это чаще и чаще показывает нам сектор Владимирского Металлурга. И вот смотрим Китарова. Китаров вообще-то единственный хоккеист, кто играл во всех 7 финальных матчах. Таких было немного, понимаем, но Китаров здесь, получается, писал свое имя в историю. Мы посмотрим сейчас бросание Брикун против Пинчука, по всей видимости. И это единоборство уходит за Минской юностью. Пальчик. Входит в зону соперника, пытается горошка обойти, но хорош, конечно, 89 номер Жлобинского Металлурга. Не пустил туда пальчика и шайбу на какое-то время Металлург подхватил. А вот здесь сейф Самойлова. А в этой ситуации 14-23 у нас остается до завершения третьего периода. Говорим пока так, но пока не удается забросить мяча. Да, ноль в графе у них заброшенных шайб. Две остаются у Металлурга. И понимаем мы, что надо активизироваться юности. Надо как-то более накалять ситуацию у ворот Самойлова. Пока
принципе, работает в штатном режиме голкипер. Да, здесь идет вбрасывание, по итогу пока непонятно, за кем оно остается, потому что какое-то фехтование на точке, и видим, что да, шайба сейчас под контролем Металлурга, но понадежнее играют жлобинчане, это правильно, в их ситуации, в принципе, сломя голову, нестись к воротам Леонида Фомина никого смысла нет, тем более, что они ведут с преимуществом в плюс 2, здесь Купчихин попадает под давление, силовой прием Павленко, но и шайбу пока не удается вывести из своей зоны, потому что Лазовик здорово поработал, а здесь Самойлов вылавливает шайбу своей ловушки, поэтому вбрасывание Минска и зарабатывает. Но у нас первая коммерческая пауза в третьем периоде наступает, поэтому уходим на рекламу, скоро вернемся. Весь апрель покупайте товары удачи и уже 3 мая участвуйте в розыгрыше суперпризов от Евроопт. Квартира в Минске 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей и 10 тысяч других призов. А покупка товаров Дарида или Йовата принесет дополнительный шанс на выигрыш одного из двух стильных кроссоверов Geely Cool Ray. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Да, продолжаем бить все рекорды. 4800 сейчас на трансляции. Там 1200 с лишним лайков. Мы понимаем, что мы опять бьем рекорд по количеству. Я думаю, что 1500 на финале, в таком финале, это было бы очень здорово. Сейчас графика. Если Андрей Антонов набирает 1 балл, как мы говорили, он становится лучшим бомбардиром в истории одного плей-офф. Сейчас у него 20 поинтов, поэтому пока Самойлов, пока Жлобинский Металлург не позволяет к этому показателю подобраться Самойлову. Но сейчас увидим еще одно вбрасывание. 13 минут 53 секунды. Такой резерв времени есть, наверное, в первую очередь у Минской юности. Ну да, но вот интересный момент. Я сейчас зашел в Телеграм и вижу, что Суворов-то после попадания того шайбы в лицо наложили ему там какое-то количество швов и обратно вернулся в игру. 55-й номер, это, конечно, достойно уважения, но, мне кажется, да, здесь уже ну, просто не для чего себя беречь. Это последний матч сезона в любом случае. И поэтому Суворов здесь уже зашился, корешился и возвращается обратно на лед. Скажем, Мастрюков. Хоть за ворот, ух ты, пытается там Фомина поймать на вот этом вот перемещении, но не удается. Вазовик, он пока один в атаке, обыгрывает Вазовик, но не дали бросить. Габрусь здорово до конца доработал. Здесь уже Шуринов, но Шуринову не дали подойти к шайбе, поэтому придется обороняться. Достанков, такая передача в направлении Фищенко. Здесь Фишталь очень неплохо в центре площадки работает. Не позволяет этой передаче дойти до адресата. Сейчас довольно грамотно, так компактно обороняется Жлобинский Металлург. И здесь по итогу клюшка застревает в коньках у Фищенко, поэтому понадобилось время нападающему Юности для того, чтобы от нее избавиться. Здесь уже Барковский. Ну и, конечно, нужно, наверное, Юности поторапливаться. Здесь передача еще на Фищенко, очень тонкая. Но видим, что по итогу шайба остается под контролем команды Исаула. Самойлов дает отскок, но самое главное, что защитник первый. Хотя здесь могут быть проблемы. Роба, перехват совершает. Неплох Роба. Передачу на партнера даст, да. Отдает это Павлович. Дальше на Барковского. Виноградов от синий заряжает. Но попадает в соперника и шайба покидает у нас пределы площадки. Будет еще одно вбрасывание. 12 минут и 17 секунд до завершения третьего периода. Показывают нам снова Исаулов. Да, понятное дело, что лицо Исаулова вообще практически никогда, наверное, не меняется. Ну, а мы ждем, что если Андрей Антонов наберет одно очко, то станет лучшим бомбардиром Юности в истории плей-офф. Сейчас у него 55 баллов, и это столько же, сколько и у Максима Перфиевца. Поэтому, да, здесь, конечно, вот Антонова, который матч уже третий, наверное, мы ведем к рекорду, но вот пока не удается ему ни Перфиевца обогнать, ни Жафаренко. Да, здесь видим, что будет проброс, поэтому нельзя меняться Жлобинскому Металлургу. Еще одну точку будем наблюдать недалеко от владения Самойловой. Вот уже Дмитрий Кравченко. Понятно, что довольно эмоционален главный тренер Жлобинского Металлурга. Такой очень важный момент в игре, когда команду нужно завести, то есть ее нужно держать постоянно в тонусе. И как раз смотрим, кто на точке у, ну, Китаров точно, у Юности. Ну и видим мы, что главный тренер сборной Беларуси Крэг Вудков здесь присутствует на матче. Там и был генеральный секретарь ПХБ Андрей Башко. Момент. Самойлов там, да, забирает шайбу. Все надежно сыграно.
и будет вбрасывание всего лишь у ворот Металлурга, хотя здесь могли, наверное, рассчитывать и чуть на больше хоккеисты юности. Да, видим, что приближается к своему экватору. Третий период. У нас по-прежнему две шайбы преимущества Металлурга. Мы узнаем Самойлова. Понимаем, что сегодня довольно надежен голкипер Металлурга. Немного отскоков предоставляет Минской юности. И за счет этого, наверное, удается Жлобину минимизировать какую-то остроту около своих владений. Вновь Китаров на точке. Только не совсем видно, кто там у Металлурга был. Гайнединов здесь очень неплохо обокрал его Соломонов. Ну и может получиться... вполне перспективный выход. Видим, что по итогу шайба оказывается за пределами игровой площадки, поэтому еще одна пауза в этом матче. Да, здесь вбрасывание будет у ворот юности. А тут драка у нас завязывается у скамейки минчан, потому что там упал один из игроков Жлобинского Металлурга. И тут же писали за него партнеры. Здесь Гайнединов, Полищук, Кашкар. Ну, в общем, все нас здесь сейчас подождем, чем это разрешится. И самое главное, наверное, самое будет длительное, это то, сколько там судей кому выпишут. Потому что потасовочка здесь ну, чуть ли не массовая. Но Гайнединов-то у нас не висит подраться. Слетает с него шлем. Там Габрусь против него. Но лайнсмены очень старательно разнимают эту парочку. Габрусь уже так за маечку взял Гайнединов. Но понятное дело, что прям... зрелищного боя у нас не получится. В любом случае, арбитры добили своего, разняли эту драку. Гайнединов сразу же, кстати говоря, отправился на лавку. Вопрос только почему, но я думаю, что сейчас отправят его и на скамеечку штрафников. Да, мне тоже кажется, что это временно, поэтому здесь надо Гайнединову вместе с Габрусем отправиться в бокс для штрафованных. 11 минут и 43 секунды. Все чаще и чаще будем смотреть на таймер, чтобы было понимание, сколько времени остается до конца этого третьего периода. Да, видим, что как раз Габрус уже у Металлурга в боксе для штрафованных. Гайнединов, я думаю, что только готовится к этому. Но вот чем ближе концовка, тем больше таких эпизодов у нас будет, конечно. И это момент, который юность будет использовать для того, чтобы как-то завести себя, завести партнеров. Ну и понятно, что такую валидольную концовку, как все ожидают и прогнозируют, увидеть. Да, ну и вот здесь смотрим мы, кому что выписывают. Там и по 5 минут, и по 2 на судьи. Здесь смотрим. Вот какая-то словесная перепалка была у Войтикова. И кто-то Гайнединов, конечно, по-хозяйски здесь себя повел. Опрокинул сразу Войтикова и вписался за партнера здесь Габрус в этой ситуации. Ну, мы уже видели, чем это дело закончилось. Ждем мы Гайнединова на скамейке штрафников. Безусловно, нам придется отправиться туда, 51-му номеру. А кто же там еще присядет, это мы, наверное, узнаем уже чуть позже. Да, Гайнединов без шлема едет. Да, ну и послушайте, как в Минске освистали сейчас игрока юности, конечно. Да, ну вот это говорит, наверное, о том, что все-таки, как бы то ни было, сопереживателей Жлобинского Металлурга на арене больше. Пока смотрю я, что у нас по одному игроку и там сидят. Сейчас на кубном, наверное, вывезут плашками, кому сколько выписали. Но я полагаю, что только Гайнединов и Габрусем у нас здесь и ограничится. Ну и включаются жлобинские болельщики после этой потасовки. После того, как поехал Гайнединов отдыхать. И, соответственно, Мостряков против Дрозда. Дрозда на точке. И видим, что это бросание остается за юностью. Достанка здесь очень плотно опекает его Тимирев. Но видим, что быструю, наверное, атаку, быстрый выход из обороны не удается юности за счет активных действий Металлурга организовать. Дрозд. Ну вот здесь остается один в один. Тимирев против Мозовика. Тимирев что придумает? Да, не позволяет ему все-таки Мозовик бросить. Хотя Тимирев очень неплохо разогнал. И в целом здесь такое напряжение около ворот Минской юности придумал. Еще один заброс. Здесь Мокрушев. Мострюков. Ну вот Мострюков, да, надежно играет Металлург. И все правильно делает команда Дмитрия Кравченко в этой ситуации. Тем более, что они ведут. И Брикун еще один заброс за ворота Самойлова. Да, я его сейчас послушал. По 2 двухминутных штрафа получили оба хоккеиста за неспортивное поведение и за драку. Поэтому здесь никаких 5 минут. Но через 4 минуты, в лучшем случае, мы только увидим их на льду. А пока Пищенко попытался прорваться по дальнему борту. Не вышло. Здесь нет, ничего не было. Но мы уже поняли, что здесь судьи до последнего будут давать командам бороться в равных составах. Ну, может быть, для 7-го матча это и правильно. В любом случае. Суворов
Заброс у него, наверное, не самый лучший получается. Передача на Фищенко следует. Здесь падение Фищенко, но тут и никаких вариантов вообще не было. Для юности Волченков продолжает сохранять шайбу. Здесь она уходит к Самойлову и прижимает ее. 29 номер будет вбрасывание у ворот Металлурга. Да, здесь уже Волченков и Павлович. Вот такая у нас, опять же, мини-дуэль намечалась, но судьи успевают, и поэтому здесь не будет того, что мы видели в противостоянии Габруся и Гайнединова, а просто вбрасывание для юности. Вот смотрим еще раз повтор, как Мастюков здесь пытался коньком сыграть, по итогу здесь то ли просто так споткнулся Мастюков, то ли все-таки клюшка Фищенко, не совсем понятно, если честно, с этого ракурса, поэтому без удаления. И, соответственно, продолжаем в формате 5 на 5 минут. 10 минут 16 секунд еще играть в этом третьем периоде. Китаров вбрасывание не выигрывает. Павленко там здорово поборолся. И оставляет он шайбу Демченко. Но там, правда, Демченко тоже вступает в борьбу с ним. Игрок соперника, это Войтиков, кстати говоря, был. И Войтиков шайбу перехватывает. Ненадолго, правда. Павленко бросок от Сини на месте Самолов. И Соломонов здесь шайбу сохраняет. Смотрите, там очень активно его атакует Антонов. Толчок в борт, но все в рамках правил. Бросок Павленко блокируется. И, может быть, здесь попытаются убирать Ловенчане. Нет. Просто выброс Полищука. Здесь не будет проброс, потому что шайба была банально не доедет до лицевой. Приходится Павленко начинать забег от своих ворот. Да, Павленко здесь передача вообще непонятна. 15-го номера, поэтому Мокруша вот так поближе к воротам Фомина эту шайбу отправил. Здесь уже Демченко. Видим, что Металлург полностью перестраивается на игру на контратаках. И понимаем, что, в принципе, команда Дмитрия Кравченко может жалить юность. Здесь уже Мокрушев очень плотно, без нарушения правил. Но видим, что хоккеист Минской юности находится на льду. Правда, поднимается это Демченко все тот же. Он, конечно, недоволен. Недоволен действиями Мокруша, недоволен действиями арбитра в этой ситуации. Но смотрим еще раз повтор. Мокрушев просто спину поставил, такое чувство. И здесь, да, просто получилось так, что Демченко улетел в борт, но не будет никакого нарушения, конечно. Всего 9 минут 17 секунд играть в этом третьем периоде. Да, что-то там высказывал Демченко и своим оппонентам, и просто так, мне кажется, воздух кричал. Но, наверное, можно понять Демченко. Тут, может быть, целый прием был довольно жестким. Да и просто неприятная ситуация. 0-2, команда горит. И пока, наверное, ну, лично мне кажется, что контролирует все-таки ситуацию Металлург. Да, команда уже чуть меньше времени проводит у ворот соперника, но все равно прямо у супермоментов, когда бы мы говорили, что выходило из-под контроля, ну, не знаю. Да, здесь просто надо послушать, что происходит на Минской арене. Болельщики Злобинска включаются, они понимают прекрасно, что это тот отрезок, когда помощь команде необходима. Потому что всего 8.40 остается играть, Металлург плюс 2 шайбы ведет, поэтому здесь Минская арена сейчас такое чувство, что под контролем злобинских болельщиков. Да, ну 17 автобусов, конечно, это очень прилично. Я не уверен, что 17 автобусов здесь Минская юность поставила своих болельщиков в Чижовку. Поэтому в любом случае, ну не весь город, понятное дело, приехал за Злобинку болеть, но очень приличная торсида. Я не берусь считать, сколько 17 автобусов будет в точном количестве людей, но я не знаю, 1000 будет, честно говоря. Но возможно. Плюс люди с своим ходом, понятное дело, тоже могут приехать. Это тоже накинуть можно 50-100 человек. В любом случае, очень большая цифра. Бросок мимо ворот проходит шайба. Это Суворов угрожал рамке Фомина, но не попал в створ. Да, здесь видим, что за своими воротами из Металлурга шайбой ищет варианты, ищет предложение. Неплохая передача здесь. И сразу заброс за ворота Фомина получается. И, кстати, здесь есть. Мы видим Войтихов. Войтихов сразу Барковскому свой хоккей навязывает. И шайба для Металлурга. Поэтому 95-й номер сумел отвоевать. Войтихов. Передачу видим здесь на того же Волченкова. Волченков разворачивается. И еще одна передача на Соломонова. Видим, что дается Металлургу запереть. И на зоне плетут свои кружева хоккеисты из Жлобина. Совсем неточный бросок у Соломонова получается. Полищук. Дальше, но там партнера нет, конечно, в этой ситуации. Поэтому Полищук может отправляться на смену. А его партнеры будут уже перестраиваться на работу в обороне. Не получается передача у Антона, уже вторая подряд. И поэтому жлобинчане переходят в зону соперника. Да, возможно, это не супер опасный момент, хотя еще неизвестно, что из него высечет, но все равно самое главное, что шайба и игра находятся у ворот соперника. Здесь
свисток у нас, да, звучит уже из-за шума трибуны, свистки не всегда слышны. Проброс зафиксирован и привезут шайбу к воротам Фомина, именно поэтому мы не отправляемся на рекламу, хотя по времени уже совсем скоро должны. Волк уже снова в этом своем шикарном костюме, но мы видим тех, кто находится на арене, что там уже снова будто сидит на лягушке так. Волк, ну вот нам показывает Пинчук под Ореклюшку, но это вообще мейнстрим какой-то стал в последнее время. Да, тут как есть и за киткаты, и за тик-таки уже очень много клюшек подарили. И в экстралиге Тимков дарил свою клюшку, я помню, Антонов дарил. И, кстати говоря, в континентальной хоккейной лиге Стрёмберг, к примеру, тоже не пожалел клюшки для маленького фаната. Но это приятно, приятно отмечать. Передача, обратный пас, бросок. Брикун принимает шайбу на себя, и Кашкар рукой ее отправляет в зону соперника. Здесь Мокрышев. Я думаю, что если все-таки Зловинский Металлург выиграет, то свою клюшку Пинчук отдаст. Поэтому посмотрим. Здесь еще времени, конечно, хватает. Мокрышев очень неплохо разворачивается, но здесь Пинчук, Суворова, Мокрышев. Да, видим, что Суворов максимально спокойно играет, разряжает обстановку около своих владений. Это проброс. Это проброс, и будет вбрасывание около ворот Самойлова. Да, нельзя меняться с Лобинчаном. 6-14 до конца. Ну что ж, для юности уже потихонечку-потихонечку наступает момент X, потому что ну, надо скорее отличаться. Сколько они? 53 минуты и 46 секунд забросить не могут. А финальная сирена все близко и близко. Поэтому я лично жду, конечно, финального штурма от юности. Здесь никаких вопросов. Но, наверное, самое главное из обстоятельства то, как даст этот штурм провести Металлург. Пока в обороне команда, в которой мы отличали атаку, действует очень прилично. Здесь еще один заброс от Чечина. За ворота Самойлова, Волченков. Очень здорово, правда, Фищенко. Ситуацию читает, еще бросок. Тут, по всей видимости, Самойлов. Либо просто хоккеист юности не попадает в створ. Видим повтор этого эпизода. Но вот это реальная возможность, которая была у меньшан для того, чтобы подбираться к Металлургу. Расстояние вытянутой руки. А вот здесь ответ от Габруся. Ответ от Габруся. Мог старый добрый принцип сработать. Не забивай ты, забивай себе. Да, 5:32 до конца, ну и у нас коммерческая пауза, и уходим на рекламу. Спасибо, ребята. Сегодня общаемся на номинальной домашней арене меньшан с болельщиками Минской юности. Ребят, ну команда ваша проигрывает, но тем не менее, как у вас настроение, как атмосфера? Атмосфера шикарная, настроение чуть-чуть подавленное, но мы не расстраиваемся. Будем ждать гола. Как думаете, кто станет автором этой шайбы? Ну что, мы нашли одного из самых юных болельщиков, и мы просто обязаны спросить. Может быть, Китаров, не знаю. За кого ты болеешь? В любом случае, главное же кто-то, чтобы из ребят забросил. Ну так считать, вот 5,5 минут осталось. Забросит юность, сравняет. Будем надеяться. Ну что ж, будем болеть за интригу в этом матче. Ждем голов от юности. Может быть, мы увидим овертайм. Ребята, вам слово. Спасибо большое, Наталья. Я отмечу, что у нас более 5000 в онлайне зрителей прямо сейчас. И 5700, даже если быть точным. И 1385 лайков на данную секунду. Ну что, до заветной полторашки нам остается 115 лайков. Почему бы и нет? Давайте, новички, все, кто только присоединился к нашей трансляции, давим на кнопку лайка и добьем до 1500. Здесь Китара, видим, на вбрасывании, и эта точка оставляет за собой 13 номер. Демченко за шайбу не сумел зацепиться, и вот такой еще бросок. Фомину приходится вступать в игру, но понимаем, что встречу не останавливает голкипер Минской юности. Все меньше и меньше времени остается, 5 минут 15 секунд. Демченко забрал зону, но видим, что сам же за эту шайбу поехал и бороться 10 номер юности. Да, здесь вступает в борьбу Горошко, там Гайнединов, но Горошко удается шайбу вывести через Полющука из зоны. Не будет, кстати говоря, проброса. Ну и вот в финальной серии юность забросила 4 шайбы в последние 5 минут. То есть, сколько, в большинстве, да, 4 из 6 поединков отмечались в последние 5 минут. Но это, безусловно, положительное, наверное, положительное обстоятельство для юности. И, конечно, говорит о характере, о том, что команда бьется до конца и может в последних минутах находить свои шайбы. Ну, понятное дело, что это обстоятельство говорит о том, что далеко не все решено у нас еще в этом поединке. Пока же снова проброс. 4:36 до конца. Все больше и больше мы будем обращать внимание на
секундомер. Кубок президента сейчас на ваших экранах нам снова показывают. И Дмитрий Кравченко, который, мне кажется, совсем не возмутим, смотрит куда-то, я даже не знаю куда, пушку красный, наверное. Да, пока не будем говорить, куда смотрит Дмитрий Кравченко. 4 минуты 30 секунд остается играть. Вполне может быть такая жаркая валидольная концовка. И понимаем, что высока вероятность того, что... Да, не высока точно будет брать тайм-аут. Я думаю, и Саулов при таком раскладе снимает Леонида Фомина. Но и в формате 6-5 пытаться спастись, потому что терять Минской юности точно нечего. Здесь борется за воротами. Мы видим как раз Павлович, если не ошибаюсь. Нет, Кашкар. Это все. Вот Кашкар вот так выезжает с неудобный бросок. Самойлов шайбу накрывает. 4-10. Добрасный будет у ворот Металлурга. Это безусловно. Сейчас посмотрим, кто появится на льду. И те, и другие меняют свой состав. Да, сейчас молодежная тройка на площадке у Металлурга. Ну, даже не молодежная, хотя здесь интересно. Да, Пинчук, Суворов и Кузнецов. Но у нас Юнас тайм-аут берет. На за 4-10. Понятное дело, что две шайбы надо отыгрывать. Поэтому там 2 минуты, наверное, уже считает Исулов будет маловато для такого хода. А вот 4, может быть, самый раз. Там кто интересно рисует. Казалось, ну, Кулаков берет в свои руки планшет. Ну и Исаулова там его вот эта бумажка. Но похоже, что да, Кулаков там берет бразды рисования в свои руки. А у Металлурга там ничего особенного. Там совещается пятерочка, которая на площадке сейчас будет. И все. Больше там никто ничего такого не рассказывает. Но еще и Исаулов с Кулаковым успевает индивидуальное указание дать Гаймлетдинову. То есть вполне возможно, что на бросок будет выводить именно этого нападающего Минской юности. Поэтому посмотрим, как оно будет. Сейчас сбрасывание. Ну и вот Дмитрий Кравченко. Вот Дмитрий Кравченко. Он делает все самостоятельно. Он показывал хоккеистам. Поэтому сейчас то, что, конечно, очень важно и для одной, и для другой команды. Поэтому здесь довольно сложно кого-то выделять. Да, самое интересное, когда Фомин отправится на скамейку запасных. Потому что он уже такой чисто, что на низком старте. Он уже готов получить команду от Исаулова. Ну а самое главное — вбрасывание. Как слышится, в финальной серии Юнас забросил 4 шайбы последние 5 минут. Снова мы напоминаем вам об этом. Это тоже очень важно. Все, стартует Фомин на лавку. Появляется 6-й полевой. Это Кашкар. Дрозд. Передача на партнера. Не точно. Здесь Кузнецов не выбрасывает шайбу из зоны. Нет паса рукой, потому что игрок Металлург коснулся шайбы. Но она выходит из зоны. Здесь Дрозд шайбой. Ну, на самом деле, такой интересный ход Исаулов за 3, даже за 4 минуты, да, снимал Леонида Фомина. Посмотрим, что получится у юности. Здесь не проходит передача. Это тройка, опять же, Жлобинского Металлурга. Ну и вот Леонид Фомин крупным планом. Мы уже говорили о том, что на скамейке этот голкипер юности. Формат 6-5. Это, ну, оставшиеся минуты мы будем наблюдать. И вот как раз Исаулов. Понятно, что здесь волнуется главный тренер Минской юности. Все-таки шанс остается у его команды все меньше. И вот как раз Пинчук. Пинчук — лучший бомбардир финальной серии. 8 очков. 4 плюс 4 у нападающего Жлобинского Металлурга. Поэтому, опять же, заставляет нас жлобинская молодежь говорить о ней, как и заставляет нас это делать болельщики Металлурга. Да, показывают нам их. Здесь и сейчас мы творим историю. Да, и это, безусловно, именно так. Пока Жлобинский Металлург в 3,5 минуты от чемпионства. Но Юнас, безусловно, с этим не согласна. Антонов на синей линии ищет возможность для броска. Но там плотно играет Мастрюков. Кашкар, снова Антонов. Передача на Павловича. Это уже Гайнетдинов. Есть бросок. Блокируется. Но шайба остается у юности. Павлович шайбой. И вновь на синей, видимо, Гайнетдинова поднимает. Гайнетдинов еще раз на Антонова. Пытается улучшить позицию. Юность очень опасна. Шайба по итогу до Самойлова не долетает. Где-то на пятаке ворот мечется. И Соломонов, да, шайба в углу площадки сейчас оказалось. Удалось, видим, здесь этот пожарчик такой на пятаке ворот потушить. Павлович с новым шайбой. Пас на Антонова. Перевод следует на Гайнетдинова. Здесь аккуратнее стоит сыграть 51-му номеру. Бросок приходится в Соломонова. Тому неприятно, но надо продолжать игру. Соломонов по борту выводит шайбу из зоны. Здесь ускоряется уже Мастрюков. Падение. И это 2 минуты за блокировку. Поедет отдыхать Гайнетдинов. Да, здесь понимаем, что это удаление на руку Жлобинскому Металлургу. Понятно, что будут в любом случае без вспоминать. Сейчас вернется голкипер. Потом, если Юность возьмет шайбу под свой контроль, Фомин вновь отправится на скамейку. И в формате 5 на 5 у нас будет игра. Но сейчас, конечно, это очень классный такой плюс для команды Дмитрия Кравченко. Поэтому 2 минуты и 3-4 секунды именно столько остается играть в этом третьем периоде. Да, безусловно, там недоволен Гайнетдинов, и в борт он ударил. Но здесь, наверное, винить стоит лишь самого себя, потому что
кстати говоря, Металлург берет тайм-аут. Но это, наверное, Кравченко может быть даже пытается что-то нарисовать и попытаться забросить третью. Довольно интересно. Возможно, большинство, наверное, тренеров попыталось бы как-то сдержать результат и попытаться сыграть более надежно. Но вот Кравченко рисует там какую-то комбинацию и, наверное, надеется на то, что его команда отличится. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? 2-3-4 до конца, 2 минуты в большинстве. Да и мы в этой серии увидели, что большинство для обеих команд – это очень хорошая возможность забросить, которой они очень часто пользуются. Да, еще раз мы видим болельщиков Жлобинского Металлурга, которые вот в предвкушении находятся. Они, конечно, не ждут финальной сирены, но здесь за нее еще 2 минуты 3-4 секунды играть. Ударение у Юнеси напоминаем. Гайнединов находится в боксе для штрафованных. Ну и вот, да, понимаем, когда близка концовка, атмосфера будет еще круче на Минской арене. Поэтому сейчас Китаров против Пинчука на точке вбрасывания. Пока в формате 5-4, понятно, играют команды. И это, видимо, единоборство осталось за Юностью. Вазовик, сразу длинная передача по чужую синюю линию на Павловича. Но здесь, видимо, что поторопился Павлович, прямо скажем, с обгоном зону. Поэтому лайнсмен фиксирует офсайд. Да, здесь вот такой интересный прием. Может быть, Вазовик поставил ему сразу быстро попытаться дать передачу, не перекладывать там шайбу никуда. Потому что элемент такой неожиданности и скорости может быть чуть-чуть потерян. Ну и плюс там Павлович уже настолько сильно хотел быстрее выйти в зону, что немножечко поспешил. Возвращают обратно арбитры шайбу к воротам Фомина. Вратня будет именно у владений 80-го номера Юности. Китаров стоит на точку. Ну а кто бы еще вставал на вбрасывание у Юности в такой важный момент. И Пинчук против него. Пинчук тоже очень хорош в этом компоненте, но в этот раз хорош Китаров. Девочка сразу на лапку, но здесь выбрасывает шайбу Лазовик. Да, правда, Павлович уже не успел к ней. Фомин не останавливает шайбу за воротами. Кузнецов, пас на партнера. Пинчук на Кузнецова через бок. Там передача обратная на пятак, но не дошла до партнера. Да, здесь Китаров шайбу средней зоны сумел бы, мне кажется, вывести. Нет, все нормально для Металлурга. Плюс видим, что цепляются жлобинчане. Это Кузнецов. Шайбу в углу площадки зажимает. Время, конечно, играет на Жлобин. Тем более, что здесь минута 50 до финальной сирены. Просто хочется напомнить, что чемпионство Металлурга, оно было в 2012 году, край. 10 лет. Поэтому, конечно, хочется, наверное, интриги, но здесь Жлобинский Металлург пока и не позволяет совершиться. Фищенко разгоняет атаку Юности. Передачи нет. Бросок и Самойлов вновь Металлург выручает. Фищенко, передача на Брикуна. Брикун, нет, теряет шайбу в этой ситуации. И набирает скорость уже Мастрюков. Дальше на Соломонова. Бросок и 3-0. Жлобинский Металлург делает, наверное, свое преимущество уже недосягаемым. Гайнединов появляется на площадке, но минута 24, наверное, это уже слишком мало для Юности, чтобы спастись в этом поединке и побороться за титул по-настоящему. Да, я думаю, что все-таки это жирная точка в этом поединке. 0-3. 0-3 за минуту и 24 секунды до конца третьего периода. Если не ошибаюсь, забросил Соломонов. И опять же, 7 матчей. И Жлобинский Металлург близок к тому, куда смотрел Кравченко. Вот сейчас мы понимаем, что смотрел он чемпионское будущее своей команды. Поэтому смотрим, что здесь было. Сейв Самойлова. Ну и вот после этого развернулась атака, которая стала голевой. 0-3 за минуту 24. Вот такой счет у нас в этом матче. Металлург близок к чемпионству, близок к развязке этот сезон. Ну и у нас, смотрю я, 6600 в онлайне сейчас и 1600 лайков. Вы просто невероятные, друзья. Ну и давайте поставим палец вверх, кто еще этого не сделал. Жлобинскому Металлургу и Евгению Соломонову, который забросил третью шайбу в этом поединке. Сергей Кузнецов лучший бомбардир в истории Металлурга в рамках одного плей-офф. 19 очков, да, наверное, Мастрюков. А стоп, Мастрюков же, наверное, сейчас отдал передачу Соломон, но все равно Мастрюков 18 баллов становится, у Кузнецова 19, да. Он вырывает первенство и в этом компоненте сейчас Кузнецов. Да, безусловно, это день, наверное, Жлобинского Металлурга. Но еще минуту 24 играть, поэтому нельзя ни в коем случае расслабляться. Достанка шайбы, выигрывает бросание. Здесь драка сразу. Вот это да, Павлович, зачем это делать? Не отвечает хоккеист Металлурга. Понимаем, что в такой ситуации это попытка, возможно, завести команду, но хоккеист Металлурга не отвечал на эту драку, поэтому здесь момент, ну, не самый красивый, прямо скажем, когда Металлург ведет преимуществом 3 шайбы. Да, безусловно, мне кажется, что здесь, ну, счет 3-0, и
такой ход, но не красит, безусловно, Павловича. Здесь он не хочет разниматься, что называется. Здесь и Лайсман уже падает на лед. Но в любом случае, ну, не знаю, честно говоря, от Павловича, такого опытного игрока, но я, честно говоря, не ожидал такого хода. Да, с Войтиковым все в порядке. И, безусловно, он здесь получит поддержку от болельщиков, а Павловича освистывают и, наверное, отправятся уже сразу в раздевалку, 71 номер. Я думаю, да, потому что здесь просто Войтиков даже не отвечал кейсу Минской юности. Павлович решил зачем-то устроить этот кулачный поединок. Поэтому я думаю, что для Павловича этот финальный матч точно завершен. И Войтиков, по всей видимости, отправляется в бокс для оштрафованных тоже. Ну, мне кажется, все равно тут уже парни будут сидеть до конца матча. Но, может быть, тут оставляют их в боксе для оштрафованных, чтобы там один из них потом за кубком все-таки сходил на церемонии награждения, а не пошел переодеваться. Войтиков отправился отдыхать уже, там Павлович, не знаю, он сидит на бортике, мне так кажется. Показывает нам болельщиков Металлурга, но они уже подуспокоились после этого эпизода. Но вот как раз и увидели, что их показывают на кубе и активизировались. Павлович уходит в раздевалку, но Войтиков сидит на лавке. Довольно интересный момент, один из боксеров у нас сидит на лавке, а другой отправился в раздевалку. Ну что ж. Здесь, наверное, для Павловича уже в любом случае все закончилось, а Войтикову еще придется кубок поднимать. Да, поэтому, возможно, поэтому и оставили его на скамейке штрафников. Не знаю, может быть, еще выпишут Павловичу 2 минуты как зачинщику, но это уже дело судей. Здесь им виднее, кому и сколько стоит выписывать. Отправляется пальчик сидеть за Павловича. Ну, посмотрим. Пока еще не все там зажглось у нас на табло. Лишь 5-минутка. 71-го номера юности горит на кубе. Да, вот как раз-таки титрует нам 5 минут для Павловича. Ну и раз сидит Войтиков, значит там ему что-то... Войтиков малым штрафом наказан за грубость, а Павлович 5-минутным. Но в любом случае, мне кажется, это уже большого значения не имеет. Бросок на месте оказывается Самойлов в этой ситуации. Шайба остается за Металлургом. Да, здесь видим Купчихина. 67 номер Металлург играет за ворота на Мокрышева. Всего 45 секунд отделяет Жлобинский Металлург от чемпионства. Понятно, что 3 шайбы юность уже не отыграет никогда. Здесь Брикун. Брикун пытается что-то найти, но вариантов-то, видимо, немного. У 11 номера. И да, жлобинские болельщики, они уже говорят все, что хотели мы сказать, поэтому можете послушать. Да, кричат они, мы чемпионы. Здесь как только Даник отдал им слово, они немножко притихли. Но пока борьба там продолжается у Бортика. Мокрышев первый получает силовой прием от Брикуна. Здесь же борется и Демченко до конца. Продолжают они этот поединок. Но здесь 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и все. Жлобинский Металлург чемпион. Обладатель Кубка Президента 2022. Поздравляю здесь друг друга жлобинчане, поздравляю друг друга и представители тренерского штаба, поздравляем их и мы. Шикарная победа, появляются на льду и не играющие, это и Алексей Михнов, Ярослав Масленников, а также это и еще один игрок Металлурга. Но в любом случае, даже те, кто не появлялись сегодня на площадке, они тоже внесли неоценимый вклад. Это Илья Спас и Владислав Наумов. Тоже появлялись они по ходу плей-офф на площадке. Но сегодня остались вне заявки. В любом случае, они поддерживали свою команду за пределами льда. Да, поздравляем, Жлобинский Металлург. Парни Дмитрия Кравченко, это красавцы, они в этой серии, помним, выступали, все было на самом деле на волоске, но они побеждают, и их болельщики этого определенно заслужили. Рекорды посещаемости за Металлургом, и видим, что опыт всегда не решает. То есть в этом году решила жлобинская молодежь, именно она подарила чемпионство городу, подарила чемпионство болельщикам, как и вся команда, она, в принципе, как единый механизм была весь этот сезон, и тем более в финальной серии, поэтому крайнее чемпионство в 2012 году, и Металлург берет кубок в 2022 спустя 10 лет, поэтому вот такой поединок, такая серия, поздравляем еще раз Жлобин. Я сейчас заглянул там в нашу трансляцию, там 6300 в онлайне, это ладно, но 1900 лайков. Друзья, мы на пороге 2000 и абсолютнейшего вообще рекорда.
давайте не искупимся на пальцы вверх для чемпионов. Они действительно заслужили, но мы все о «Металлурге» да «Металлурге», но хочется поблагодарить и «Минскую юность» за эту серию. Да, расстроен болельщик, его можно понять. Команда хоть и не сумела забить в седьмом матче, но все равно, конечно, билась до конца. Да, понятное дело, брак Павловича, может быть, и не красит его, но она показывает, насколько «Юность» не хотела проигрывать в этом финале. Но все равно, как мы понимаем, побеждает одна команда, и в этой серии это «Злобинский Металлург». Да, понимаем, что будут показываться эмоции одних, эмоции других болельщиков. Ну, что можно сказать о этом матче даже? Это очень классная серия была. Серия длиной все матчи, которая завершалась на Минской арене, полный причем. И здесь «Злобинский Металлург», конечно, все 60 минут. Ну и вот, как всегда, традиционно, Дмитрий Кравченко и его хоккеисты раскачали, поздравили тренера. Вот мне интересно, будет интервью Кравченко, что сегодня скажет главный тренер «Металлурга», потому что в плане того, как он дает интервью, это отдельный вид искусства. Что будет сегодня, большой вопрос. Я думаю, что там и Пинчук может выстрелить, поэтому «Металлурга», ребят, хватает. Не только делающих результат на льду, делающих результат по сезону, но и в плане медийности. Да, мне даже страшно, я не знаю, как там пройдет, что вообще будет в интервью у Кравченко. Здесь показывает нам Достанко, но у него тоже там небольшое повреждение в районе там носа, рта. Ну, понятное дело, что здесь никто просто так не уйдет со льда. Мне интересно, Суворова даже, наверное, было увидеть и увидеть, что там у него с лицом. Да, говорил я о том, что зашили его врачи, и поэтому он вернулся на площадку, но в любом случае и он, и вся команда, конечно, красавцы, красавцы. Здесь готовят у нас награждение, вынесли уже кубок, скоро появятся на льду и медали, и совсем скоро уже чемпионы по праву получат в свое владение кубок. Да, понимаем, показывали того же Китарова, который во всех финальных сериях именно седьмых матчах играл. Но сегодня день не его, сегодня день «Злобинского Металлурга». Вот ведь показывает Самойлова. Самойлов – это один из главных героев для «Металлурга», один из главных героев для «Злобина». Сегодня он сухарем, вот это мы не отметили, шатаут на его счету. И, наверное, он один из творцов, опять же, этого успеха сегодняшнего, но и успеха «Злобинского Металлурга» по всему сезону. А сейчас я понимаю, что награждение «Минской юности» как команды, которая занимает второе место по итогам чемпионата. Да, ну и здесь я думаю, что вот по этой хорошей традиции потом проедутся мельчане и пожмут руки сегодняшним победителям. И так вот своеобразно подведут итог этой серии. Покажут, да, несмотря на то, что парни сражались в матче, играли от ножа, но все равно за пределами поединка они, ну, если не прям друзья, но хорошие знакомые. Андрей Павлович появился на площадке. Директор «Злобинского Металлурга» поздравил он свою команду, но оно и понятно, здесь Павлович один из таких очень активных директоров, которые принимают самое деятельное участие не только в какой-то там управленческой жизни, но и даже в медийной и так далее. Понимаем, что Павлович пришел именно из медиа. Да, мы как раз тоже отдельная федерация. Вот нашей команды поздравим Андрея Павловича. Все-таки это тот человек, который еще недавно работал у нас, работал в нашей студии. А сейчас со «Злобинским Металлургом» он берет золото, берет чемпионство. Поэтому классный скачок и классная команда Андрея Павловича. Классная, да, мечты сбываются, как говорят. И классная команда не только у Павловича, но и у «Злобин», у города. С такими болельщиками понимаем, что этот сезон за «Металлургом», наверное, комментировать особо нечего. Пока потихоньку у нас начинается награждение. Здесь в том числе Наумов, в том числе, если не ошибаюсь, Игнатов тоже на льду «Злобинского Металлурга». Эти ребята все здесь, они сейчас команды. Да, но его здесь появляется на площадке и Александр Богданович, и Дмитрий Басков. Ну, посмотрим, здесь им выносят вот такую тарелку для «Минской юности». Здесь Антонов, я так понимаю, получит ее в свое владение из рук Александра Викторовича Богдановича. Ну и, понятное дело, серебряные медали для команды Евгения Исаулова. Да, вот Андрей Антонов, то есть он бил рекорды, но все-таки не сумел завоевать чемпионство с «Минской юностью», хотя понимаем, что будет же еще закрытие сезона, то есть официально, когда будут номинации все подведены, то есть понятно, что Антонов лично награду заберет, но все-таки, наверное, она не сумеет затмить результат команды, потому что это всегда важнее, это всегда для хоккеистов намного выше, наверное, по уровню стоит, поэтому вот что можно сказать, наверное, касаемо Антонова, который первым получал медаль.
Да, ну и здесь продолжают получать свои медали хоккеисты юности. Я думаю, стоит перечислить, кто сегодня выходил в составе минчан и кто бился за золото, но, к сожалению, не сумел дойти до него до конца. Андрей Антонов, капитан команды, после него Валентин Демченко, Иван Фищенко, там же Владимир Робба, Александр Китаров, Всеволод Кашкар, Кирилл Брикун, Герман Пироговский, Александр Пальчик, Роман Достанко, Ростислав Зиновенко, Леонид Фомин, Владислав Барковский, Сергей Дрозд, Алексей Виноградов, Алексей Возовик, Егор Ганединов, конечно же, ну и тренерский штаб во главе с Евгением Ясолом. Да, Ясолов снял с себя медаль, но все равно я думаю, что Евгений Валерьевич понимает, что и серебро — это тоже достойная награда. Да, здесь в том числе подошел, конечно, к Кузнецову, и так более тепло. А, понимаем, что, в принципе, здесь для Исаулова тот же Пинчук, тот же Кузнецов, это старый, можно сказать, товарищ, он тренировал их в юниорской сборной, поэтому здесь пару слов, понятно, перекинули, ну и понятно, что эти ребята в Жлобинске, они насолили Минской области прилично, поэтому Исаулов здесь тоже решил пару слов сказать, конечно, и видим, что хорошее настроение в любом случае у Исаулова, есть досада, но держится очень здорово тоже главный тренер Минской области. Да, безусловно, Исаулов опытный боец, да, может быть, не как тренер, еще не очень велик у него опыт, какой-то второй сезон, наверное, полный его у руля юности, но и как игрок он тоже много выигрывал и во многих финалах играл, поэтому я думаю, что к такому поражению он отнесет совершенно нормально и уже будет готов и всеми мыслями будет готовиться к следующему сезону. Я думаю, что здесь просто чуть помолчим, сейчас просто скажут, кто победитель сезона 2022, и потом пробежимся по игрокам, которые играли, которые выступали за «Металлург». Хоккейная команда «Металлург». Команда не прошла последнее золотыми медалями. Ну и «Металлург» у нас приглашается для награждения золотыми медалями, и мы тогда назовем тех парней, которые сегодня выходили на лед в составе Жлобинской команды. Понятное дело, вратари — это Александр Самойлов и Роман Бабарико. Далее это были Александр Тимирев, Данил Мокружев, Артур Гаврус, Владислав Гаврус, Сергей Кузнецов, Алексей Мастрюков, Вячеслав Громович, Илья Шуринов, Виталий Пинчук, Георгий Криштель, Александр Суворов, Егор Воронов, Павел Курчихин, Артем Волченков, Захар Полищук, Евгений Соломонов, Олег Горошко, Дмитрий Войсков, ну и, конечно, тренерский штаб под руководством Дмитрия Кравченко. Тут же был Дмитрий Саяпин, Эдуард Волюнин и Сергей Задоров. Да, видели улыбку Кравченко. Главная улыбка 2022 года, сезона, по крайней мере, точно не часто, прямо скажем, кроме интервью. Кроме интервью Дмитрий Кравченко улыбается, но сейчас мы видим, что доволен. Команда чемпионом-то становится, золотые медали, шикарный сезон. Ну и вот, в принципе, здесь Самойлов уже голкипера «Металлурга» будет награждать. Понятно, что сейчас, наверное, в том числе отдохнут хоккеисты, придут в себя, то есть осознают, и у «Металлурга» будет вестись подготовка к следующему сезону. То есть понимаем, что будет спрос на того же Самойлова, я думаю, потому что очень добротный сезон провел голкипер «Металлурга», и, наверное, сохранить его в стае команда из Жлобина — это такая задача тоже первостепенная. Да, ходили уже слухи о том, что присматриваются к Самойлову и Хабаровский Амур, и какие-то там другие команды. Да, но на уровне экстралиги это очень приличный вратарь. Он показал, что может для своей команды выигрывать очень много. Посмотрим. Безусловно, в межсезонье за ним будет охота. Я думаю, что и клубы высшей лиги, откуда он приехал сюда, и клубы континентальной хоккейной лиги, возможно, тоже за него поборются. Но посмотрим. Посмотрим. Главное, что в этом году, в этом сезоне он сумел помочь своей команде завоевать серебро. Ну и Романа Бабарико тоже не будем забывать. Он хоть и был бэкапом, но в нужный момент, вот в пятом матче, когда да, там дисквалификацию присел Самойлов, когда Бабарико вышел, надо сказать, сыграл очень прилично и действительно помог своей команде. Да, понимаем, что осталось самое главное — это получить
сам кубок. Медали, конечно, золотые, это хорошо. Видим как раз Мастрюкова. Соревновался с Кузнецовым. Была такая погоня, но все-таки молодой белорусский хоккеист, воспитанник жлобинского хоккея, здесь видим, что тоже свое имя в историю вписал в плане результативности. Ну и самое главное, наверное, здесь Андрей Павлович медаль получил. Подошел он вместе с командой и вручили ему эту медаль. Ну, в принципе, конечно, Павлович тоже, безусловно, имеет право и должен получить эту медаль. То, сколько он вложил в эту команду лично, это тоже достойно уважения. И да, понимаем, что сейчас будет получать уже кубок, главный кубок Жлобинский «Металлург». Да, появляется на площадке сейчас Александр Лукашенко. Мы так понимаем, что сейчас скажет какое-то приветственное слово Жлобинской команде и после этого вручит кубок. Дорогие друзья, я думаю, выражу мнение всех наших ребят, стоящих на этой площадке, и наших тренеров, если я поблагодарю организаторов сегодняшнего матча и наших зрителей. Более 15 тысяч человек приехали и пришли на этот стадион. Вы знаете, всегда говорят об итогах. Так вот, с моей точки зрения, итог сегодняшнего матча как раз состоит в том, что есть победители, но нет побежденных, нет проигравших. Ребята, я смотрел, наверное, большинство минут и часов вашей блестящей семиматчевой игры. Вы молодцы. Вы отдали себя полностью этой игре. Эти молодые ребята, которые стоят вот здесь, должны помнить одну истину. Не в обиду скажу, вы, конечно, молодцы, я за вас рад. Но вы должны помнить, что белорусский хоккей существует благодаря великой юности, команде юности. И благодаря еще одной великой белорусской команде «Динамо». Без них... Погодите, я еще про Жлобин и Гомель ничего не говорил, все впереди. Но вы молодцы, вы создали такой колорит сегодня на этой арене, что я никогда не помню, чтобы это такое было. Еще раз повторяю, я сказал эти слова, извинившись перед нашими молодыми ребятами из «Металлурга». Я буду счастлив, если каждый год у нас чемпион будет из региональных городов, относительно небольших городов, как Жлобин. Но я вас прошу, не забывайте, кто был у истоков. Это было на моих глазах после распада Советского Союза. Когда один из тренеров, не буду называть его, пришел ко мне и попросил спасти юность. Мы спасли эту команду 15 или 17 лет тому назад, и они платят нашему зрителю вот такой прекрасной игрой, сражаясь с молодыми ребятами, которые идут после них, идут дальше. Они будут играть лучше, и в этом развитие нашего хоккея. Я тут услышал одну из
один призыв был интересный. Я так понимаю, он был обращен ко мне. Наши яркие приезжие ребята, в Минск приехавшие, требовали, по-моему, столицу перенести в Жлобин. Ребята, я ж... Спасибо. Ребята, это очень дорого, но я подумаю. И еще одна мысль, которая меня не покидала всю эту игру. Вот если мы будем своих спортсменов так любить и поддерживать, как это сегодня сделали жлобинцы, нам не страшны никакие санкции. Этой игры я очень внимательно наблюдал, что вокруг происходило. Да, с моего согласия, это признаю, согласие. Перенесли эту игру на этот прекрасный, на эту прекрасную площадку. Еще раз повторяю, я не настаивал, не требовал. Я как небольшой хоккеист, понимаю, что такое молодым парням выйти на эту легендарную площадку и сыграть перед 15 тысячами человек. Знаете, молодость такая вещь, которая очень быстро проходит. И ваша молодость пройдет. И эти же молодые совсем ребята. Но в вашей памяти останется вот это. Вы подарили белорусскому народу и этим людям, пришедшим в этот зал, и мне в том числе, прекрасную игру, мужскую игру, настоящий хоккей. Ребята, прежде чем поблагодарить вас, победителей наших, хочу также два слова сказать о белорусском металлургическом заводе. Это благодаря им, благодаря этому трудовому коллективу вы в основном стоите на этом льду. Помните, чтите это, уважайте этих людей. И первое, что вы должны сделать, вернувшись домой, поехать в этот трудовой коллектив, чтобы они видели вас, победители. Для них это очень важно сегодня. Ну а теперь, после того, как я поделился своими мыслями с вами, позвольте мне вручить вам главные заслуженные награды. Памятный приз из рук президента Республики Беларусь получает капитан команды, занявший второе место по итогам чемпионата. Андрей Антонов, «Юность Минск». Кульминационный момент. Александр Лукашенко вручает главный трофей — Кубок президента Республики Беларусь — капитану команды «Металлург» Евгению Соломонову.
получает свой кубок сейчас Злобинский «Металлург». Поздравляем. Поздравляем команду Дмитрия Кравченко. И сразу же, понятное дело, командное фото. Это то, что первым делом делается. Тут даже Соломонов, да, не поднял вот этот кубок над головой. А сначала главное фото. И, наверное, после него уже сделает вот это поднимание над головой. Ну и, конечно, круг почета от минской юности. Команды, которая взяла серебро, вот эту салатницу, наверное, так будет правильно ее назвать. И вот знаменательные кадры Злобинского «Металлурга». Да, понимаем, что тут церемония-то закончила. Злобинский «Металлург» чемпион. Просто памятное фото уже сейчас. Поэтому 10 лет спустя Злобинский «Металлург» становится вновь чемпионом, и вновь становочка будет. И вот, смотрим сейчас болельщики и Злобина. Понятно, что их много. И плакаты, понятно, что такие самые важные, которые реально подходят. То есть смотрели в будущее, если коротко говорить, о болельщиках Злобинского «Металлурга», потому что подготовились и на фан-секторе, где баннер вывесили и сделали, что здесь и сейчас мы творим историю. По факту они ее, по сути, сотворили, став чемпионами. Поэтому вот как раз злобинские болельщики, им хочется отдельно сказать спасибо большое за этот сезон, за всю эту атмосферу, которую они нам доили, ставили рекорды. Ну и, соответственно, за сегодняшний финальный матч, потому что пусть это будет мое мнение, да, вот, Злобинский «Металлург» теперь точно чемпион. Поднимает кубок над головой и продолжит тему злобинских болельщиков. Это мое личное мнение на сегодня. Хоть и играли в Минске, но арена вся была под контролем злобинских болельщиков. Они были везде, и они, в принципе, устроили такую домашнюю поддержку для «Металлурга». Да, безусловно, здесь стоит только поблагодарить, наверное, команде своих фанатов. Даже находясь на втором ярусе, наверное, в самых дальних местах от самого льда. Но все равно сделали так, что казалось, будто «Металлург» играет вообще на домах. Арене, да, здесь небольшой фан-сектор получился у «Металлурга», кстати говоря, прям рядом с лавкой. Но все равно, в любом случае, отметим то, что да, поддержка была шикарной. Сейчас что, наверное, Дмитрий Кравченко с тренерами возьмет этот кубок. Да, тренерский штаб шикарный. Эдуард Валиулин, который пришел в «Металлург» по ходу сезона из Лиды. Но видим мы, что это возымело свой эффект. Здесь появляется и Вов на площадке. Талисман обнимается с игроками. Ну и Дмитрий Кравченко, он творец победы после небольшого перерыва в своей карьере тренера команд экстралиги. Он вернулся на этот пост в «Металлург» и первый же сезон взял кубок. Да, здесь видим, что Михнов сейчас тоже человек, который помог, понимаем, финальной серии «Металлург», и для него, наверное, это очень обидно, но понимаем, что вклад просто весомый внес Михнов в эту итоговую победу, в это чемпионство. И, соответственно, я думаю, что в конце мы видим чемпионские шайбы, будем говорить именно так, три сегодня от злобинского «Металлурга». Ну и потихоньку будем, наверное, завершать наш этот сезон хоккейный, потому что, как Андрей говорит, еще будет нас слышен, я думаю, с Дмитрием Кравченко. Туда без него, и это будет очень интересно послушать, на самом деле. Ну, поглядим. Сейчас Дмитрий Кравченко, конечно, на расхват будет в любом случае, но будет здорово, если нам удастся и его ухватить. Но понятное дело, что вот как раз-таки голы на ваших экранах. Это первая шайба. Волченков остановил шайбу на синей линии. Пас Кузнецову, да, здесь шикарно. Да, попытался сыграть агрессивно Фомин. Там клюшка выбить шайбу у Кузнецова. Надо было ему это делать, потому что уже уехал практически из ворот 80-й номер. Но 34-й номер «Металлурга» сыграл просто шикарно. И, как казалось, забил победный гол. Ну и у нас готов флеш-интервью. Пожалуйста, слово Наталье Федорцовой. Спасибо, коллеги. Итоги этого победного финального матча, седьмого матча, подводим с тренером злобинского «Металлурга» Эдуардом Валиулиным. Эдуард Гусманович, о чем думаете? Ну, сейчас, наверное, уже не о матче, а, наверное, о предстоящих выходных днях, когда вот эта напряженная серия уже ушла на второй план. Сейчас будет время отдохнуть, наверное, и попраздновать. Это самый яркий эпизод вашей карьеры или было еще что-то круче? Не, ну почему, я уже с Медисановичем были,
чемпионами в Гродно, когда становились. Я уже держал такой кубок. Ну да, я с вами согласен, серия это была действительно шикарная, напряженная. И мы оказались сильнее, я думаю, заслуженно по игре. 14 матчей, 7 матчей подряд, в полуфинале, в финале. Вы вообще как, вы спали? Ну почему, все люди, все отдыхали, также спали и готовились к играм, переживали за команду, за ребят. Вовремя восстанавливались. Кому эта победа посвящается? Ну, я думаю, сегодня, наверное... Ну, у меня есть внучка, она сейчас в Испании. Я думаю, наверное, у нас сегодня сыграл очень здорово вратарь. Он помог всей команде, хотя у нас одно целое, сделать это чемпионское звание. Спасибо вам большое еще раз вас с чемпионством. Спасибо. Итоги матча подводили с тренером Жлобинского «Металлурга» Эдуардом Валиуллиным. Коллеги, вам слово. Да, спасибо большое, Наталья, спасибо большое Эдуарду Гусмановичу. Мы возвращаемся к хайлайтам этого поединка. Кузнецов и его вторая шайба. Здесь шикарный отрыв, шикарный выход 2 в 1. И атака сходу, которая оказалась голевой здесь под коньком Фомина. Провел шайбу Кузнецов, и счет стал 2-0. Дубль для Сергея. И вот этот гол позволил Кузнецову стать лучшим бомбардиром в истории «Металлурга» в одном плей-офф. 19 очков он набрал. Это лучший показатель. До этого сезона был Алексей Михнов, на счету которого было 15 очков. Был еще и Мастрюков, который не имел разницы. Тут как раз-таки сейчас наберет Мастрюков свое 18 очко, но 19-го набрать ему было не суждено. Третья шайба — Евгений Соломонов. И да, окончательная цифра на табло 3-0. Да, это жирная точка в матче. Вот такие, в принципе, хайлайты. Вот, да, еще раз решили показать гол Кузнецова, самый первый. Потому что Волченкова передача просто шикарная получилась. И именно во многом этот гол быстрый в первом периоде. Он дал психологическое преимущество, преимущество по счету «Металлургу», которое по итогу конвертировалось в чемпионство. Да, здесь, я думаю, болельщики «Металлурга», которые не смогли приехать на Минск-арену, которые остались в Жлобине, они по-настоящему смакуют эти эпизоды, и я думаю, что долго еще будут пересматривать. Сергей Кузнецов — главный герой сегодняшнего поединка и вообще плей-офф. Фотографию с болельщиками, но это всегда здорово. Да, наверное, у нас уже больше интервью с ним не будет, но все равно Сергей Кузнецов, ну, безусловно, настоящий герой это этих игр на вылет. Да, в принципе, вот еще раз как раз показывают под Кузнецова заброшенные шайбы. И что хотелось бы сказать касаемо Кузнецова, касаемо вообще всей жлобинской молодежи, то что тоже вопрос, останутся ли они в Жлобине в следующем сезоне, потому что, понимаем, этот плей-офф показал, что, наверное, можно делать им шаг вперед, тем более поиграли в Минском «Динамо», кхловский опыт есть, поэтому тоже интересно, куда по итогу поедут дальше эти ребята. Но в любом случае, да, такая серьезная задача стоит у менеджера жлобинского «Металлурга» по сохранению состава. Да, в любом случае, там очень большие, ну, скажем так, тяжелые задачи, так будем называть это, стоять будут перед жлобинским менеджментом, потому что надо будет сохранить и молодежь, того же Самойлова, да и костяк команды опытных хоккеистов, которые тоже подобрались в этом сезоне очень прилично. Я думаю, что и Дмитрий Кравченко, честно говоря, не знаю, насколько у него длинный контракт, но все равно сохранить Кравченко в Жлобине тоже будет, наверное, одной из главных задач для руководства жлобинского «Металлурга». Подсказывает нам, что будет у нас еще интервью и с Сергеем Кузнецовым, поэтому мы никуда не уходим, мы ждем спича главного героя этого плей-офф. Ну а пока я заглядываю, чего ж там у нас в YouTube-трансляции по статистике. На данный момент, да, возможно, уже большая часть зрителей уже и покинул нас, но, друзья, 2300 лайков — это просто невероятно. Я не знаю, вправе ли я вообще еще просить какие-то пальцы вверх, но если вы до сих пор не поставили лайк, то я думаю, что, ну уж теперь-то самое время это сделать. Ну и, конечно, не забывайте про подписки и колокольчики. Это тоже очень важно, если вы хотите оставаться в курсе главных событий в белорусском хоккее, потому что, понятное дело, завершился перематч, сезон перематч экстралиги, но сборная-то продолжает играть, продолжает подготовку свою, будут и товарищеские матчи в Туле, и турнир в Санкт-Петербурге, поэтому это все тоже будет на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». Сейчас мы ждем, наверное, уже
интервью Сергея Кузнецова, если дадут нам возможность посмотреть его. Ну, а если нет, то, ну, то, наверное, совсем скоро уже будем прощаться с вами. Тут совсем много болельщиков и журналистов, понятное дело, вышло на этот лед. Ну и, не знаю, пока, может быть, чуть подождем. Будет ли у нас включение прямо со льда с Сергеем Кузнецовым. Но пока вот лично я вижу, что Наталья там общается с кем? Наверное, с Алексеем Михновым. Да, тоже довольно важный игрок для своей команды. И многие эксперты отмечают его как главного претендента сразу на несколько наград в церемонии закрытия сезона. Как лучшего игрока сезона и номинанта на приз Руслана Салея. Напомню вам, что главная, да, церемония закрытия в белорусском спорте пройдет 29 апреля. Трансляция будет на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». Поэтому не пропустите. Сезон в париматче экстралиги подошел к концу, но его итоги будут подведены только в пятницу, пока предварительно в 19:00. Да, там понимаем, что много будет представителей Минска, юности, Жлобинского металлурга, но будут номинации не только экстралиги, будет еще и вышка. Там тоже, на самом деле, был классный сезон, поэтому будет интересно. Как ты правильно сказал, хоккейный сезон не заканчивается, то есть будет сборная, будет еще награждение, поэтому оставаться только с YouTube-каналом «Хоккей Беларуси», наверное, это самое главное, что мы можем пожелать. Ну и, кстати говоря, добавлю я то, что появится новая номинация в закрытии сезона. Это приз лучшему журналисту. Вот впервые у нас будет отвечать Федерация хоккея лучшего представителя СМИ, который лучше всех своих коллег, наверное, продвигал бренд хоккея в нашей стране. Ну а мы, конечно, не можем не сказать, что 2-3, если не ошибаюсь, мая сборная Беларуси сыграет товарищеские матчи в Туле против сборной России, ну а потом отправится на уже турнир в Санкт-Петербург. Это все, что касается национальной сборной. Ну, а там уже соберется и молодежная сборная, и юниорская сборная, и юношеская сборная. Поэтому в мае, июне, июле будет предостаточно контента, прежде всего, для вас, подписчиков и зрителей YouTube-канала «Хоккей Беларуси». Да, и то есть там, понимаем, сборная, а потом уже будет начинаться новый сезон. Поэтому здесь, по сути, немного остается ждать, учитывая, что очень насыщенная программа, и будем матчи сборной Беларуси в том числе мы показывать. Поэтому оставайтесь с нами, тем более YouTube-канал «Хоккей Беларуси» растет. В этом сезоне вообще, на самом деле, такую новую планочку задаем, и хочется верить, что следующий сезон будет, наверное, еще круче и содержательнее. И поэтому, к сожалению, не дождались мы Кузнецова на расхват хоккеист, поэтому будем, наверное, подводить итоги этой трансляции. Спасибо всем, кто наблюдал вместе с нами за этим матчем, за этим сезоном, поэтому будем потихоньку прощаться. Да, всего хорошего, до свидания. С вами был Тимофей Манчиков и Данил Дедко. Но пока подсказывают нам, что не можем мы завершать нашу трансляцию. Мы продолжаем ждать кого-то из игроков. Наши коллеги там на льду множество игроков ищут. И Виталий Пинчук, похоже, что готов с нами пообщаться. Передаем ему слово. Спасибо, ребята. Рядом со мной один из творцов этой замечательной победы, Виталий Пинчук. Виталик, ну какие первые эмоции, поделись? Да, конечно, восторг, счастье. Я не знаю, меня переполняли такие эмоции, которых я, наверное, не чувствовал. Ну вот, с чемпионата мира относительно недавно, но опять же, здесь это было намного приятнее. То, что сегодня на арене собралось столько болельщиков, это гнало команду вперед. 17 автобусов приехало из Жлобина. Конечно, мы играли как на домашнем поле, вы сами слышали. Когда в первом периоде сказали, пусть покричат болельщики юности, а потом наши, я понял, что мы дома. И нас это, конечно, гнало вперед, и мы не подвели. Но что стало сегодня решающим фактором? Поддержка трибун или то, что вы уже привыкли с ребятами из вашей молодежной тройки к узкой площадке? Да все сыграло фактором. Это, можно сказать, длинная дистанция, серия. Мы были готовы ко всему и показали свой лучший хоккей сегодня. Но вы единственная команда, которая сыграла 2 синие матча в серии. Откуда брались силы? Да хорошая подготовка тренеров. Опять же, готовили нас правильно, не давали где-то
можно сказать, переусердствовать, давали отдохнуть, и это сыграло тоже важную роль. Мы могли бегать все 60 минут. Ну и пару слов жлобинским болельщикам. Наверняка те из них, кто не вместился в 17 автобусов, сейчас смотрят нашу трансляцию. Пусть Жлобин отдыхает, рулит, все можно сегодня. Ну что, Жлобин, отдыхай, теперь все можно. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Евгений Никитин, и говорим мы. Спасибо большое Виталию Пинчуку. Нам снова здесь предлагают посмотреть уже хайлайты, наверное, поединка. Здесь, я так полагаю... Нет, это уже третья шайба, это да. Тоже гол. Ну и теперь точно мы можем покидать вас. Спасибо вам за то, что смотрели эту трансляцию и весь сезон на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». С вами были Данил Дотко и Тимофей Иванчиков. До свидания. До новых встреч, да.